«Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим». Более 1000 лет назад такое наставление дал своим сыновьям великий князь Ярослав Мудрый. С тех пор наша страна прошла через множество испытаний. Она не погибла под гнетом иноземного ига и пережила сотни войн, отстаивая свои земли. Территория современной России складывалась веками, и каждый ее уголок хранит память о нашей истории, о подвигах наших предков, об их стремлениях и надеждах, ошибках и прозрениях, о любви и согласии друг с другом, о любви к родной земле, которая дает нам силы и веру в будущее. Русские полки и заставы протянулись на 60 верст. У самого берега пограничной Угры встали отряды лучников и пушкарей. Сзади их прикрывали конные полки. За рядами конницы расположилось пехотное ополчение. А на другом берегу стояли войска ордынского хана Ахмата. Хан пришел вразумить московского князя Ивана III, который уже несколько лет отказывался платить дань Золотой Орде. Стороны готовились к решающему сражению. Несколько раз неприятельские отряды пытались перейти реку вброд, но встречали отпор. Наступил ноябрь. Ударили первые морозы. И тогда Ахмат, так и не приняв бой, повернул свою конницу назад. Враг отступал в южные степи, а вместе с тем заканчивалось владычество монголо-татарской орды над русскими землями. История русской государственности началась в IX веке, когда восточнославянские племена объединились под властью князей из рода Рюриковичей. В период наивысшего расцвета Древняя Русь простиралась от Днестра и верховьев Вислы до Волжских притоков, от Северной Двины до Таманского полуострова. Это была богатая земля на перекрестке торговых путей. На берегах рек вырастали прекрасные города, чьи храмы не уступали в красоте византийским. Здесь жили трудолюбивые и предприимчивые люди, дорожащие своей свободой. Княжеская дружина и ополчение противостояли напору кочевников, защищая тех, кто занимался ремеслами и трудился в поле. Но со временем Древняя Русь стала распадаться на отдельные княжества. Борьба за власть между потомками киевских князей привела к постоянным войнам, когда брат шел на брата, город на город. Кроме Киева, крупные центры власти возникли во Владимире, Галиче, Чернигове, Переяславле, Полоцке. В Новгороде сложилась Боярская республика, подчинившая обширные территории от Балтийского побережья до Уральских гор. Междоусобные войны ослабляли русские княжества. Разрозненные, живущие сами по себе, они теряли способность противостоять общему врагу. А враг этот шел с востока. Ни на Руси, ни в Европе никто даже не представлял его разрушительную мощь.
Монгольское войско Батыя смерчем пронеслось по русской земле, громя поодиночке русские дружины и сжигая до основания города. Помощи от соседей не дождались ни Владимир, ни Киев. Десятки тысяч людей погибли и оказались в плену. Горели церкви, дома, бесценные иконы и книги. Две трети русских городов были разрушены. Некоторые навсегда стерты с лица земли. Армия Батыя прошла Венгрию, Болгарию, Балканы и достигла Центральной Европы. Сам император Священной Римской империи был готов покориться Батыю. Европу спасла лишь смерть великого хана Угэдея. В Монгольской империи начиналась внутренняя борьба за власть между потомками Чингисхана, и Батый возвратил свое войско, обосновавшись на Нижней Волге. А северо-восточная Русь на 2,5 столетия осталась в зависимости от Золотой Орды. Иначе сложилась судьба южных и западных русских княжеств. Территории современной Белоруссии и северо-западной Украины, города Смоленск, Брянск и Курск с прилегающими землями, стали частью Великого княжества Литовского. Политические пути единого русского народа надолго разошлись. Большинство населения Литовского княжества было славянским. Оно сохраняло православную веру, родной язык и обычаи. Тем временем в Руси северо-восточной все большую силу приобретало молодое московское княжество. На Куликовом поле, рядом с московским князем Дмитрием, встали дружины других русских земель. Москва делала первые шаги к будущему объединению и одерживала первые победы. Однако прошло еще 100 лет, прежде чем Иван III навсегда покончил с властью ордынских ханов. И это стало не единственной его победой. Хитрый и осторожный, когда необходимо твердый и решительный, Иван Васильевич успешно собирал русские земли под своей рукой. Ему подчинились Ярославское и Ростовское княжества. Он лично возглавил поход на Великий Новгород и присоединил к своим владениям территорию Боярской республики. В 1485 году присягу Москве принесла Тверь. На государственной печати Ивана III появился двуглавый орел. Смотрящий и на запад, и на восток, он станет символом русского царства. Просуществует в качестве российского герба до 1918 года и будет восстановлен в 1993 году. Дело Ивана Васильевича продолжил его сын Василий III. К 1521 году под власть Москвы перешли Вятская земля, Брянск, Гомель, Псков, Рязань. Так сложилось единое русское государство, прообраз будущей Российской империи. Оно уже отвоевало свое право на независимость. Теперь ему предстояло обрести величие. Золотая Орда распалась, но татарские ханства оставались постоянной угрозой русским границам. Между Московским государством и Казанским ханством то и дело происходили кровавые столкновения. С обеих сторон совершались грабительские набеги, разорялись города и селения. А продажа русских рабов оставалась одной из прибыльных статей ханского дохода. Положить этому конец взялся новый московский правитель, внук Ивана III, Иван IV. В 17-летнем возрасте он впервые в российской истории принял титул царя. От латинского слова «цезарь», то есть император, а позже получил прозвание Ивана Грозного. Молодой царь совершил несколько походов на Казань. В 1552 году во главе большого войска он предпринял решительный штурм города. В
В обмен на капитуляцию царь пообещал сохранить городским жителям жизнь, имущество и возможность исповедовать мусульманскую веру. Казанцы то соглашались присягнуть русскому государю, то закрывали ворота перед его воеводами и осыпали их бранью. Сражение было жестоким. Обе стороны проявляли редкое мужество. Лишь после двухмесячной осады русские, наконец, взорвали городские стены. 2 октября 1552 года в Казань вошло 150-тысячное русское войско во главе с Иваном IV. Казанское ханство вошло в состав Московского царства. В честь этой победы на Красной площади был возведен один из красивейших русских храмов – Покрова Божией Матери, известный также как Собор Василия Блаженного. Эта победа стала толчком к дальнейшему расширению русского государства. В 1556 году Иван Грозный завоевал Астраханское ханство. Вскоре свою зависимость от Москвы признала Ногайская орда. В состав России вошла Башкирия. На присоединенных землях вспыхивали восстания и стычки между разными народами. Отдельные племена и семьи даже покидали насиженные места. Но постепенно русские и татары, калмыки и башкиры привыкали жить вместе. Правительство оставляло кочевым народам право владения землей и пастбищами. Местная знать переходила на службу русскому государю. Прославленные аристократические фамилии – Юсуповы, Ширинские, Максутовы и многие другие – имеют татарское, башкирское или калмыцкое происхождение. Историк Лев Гумилев писал: «Надо отдать должное уму и такту наших предков. Они относились к окрестным народам как к равным, пусть даже не похожим на них. И благодаря этому они устояли в вековой борьбе, утвердив как принцип не истребление соседей, а дружбу народов». Вскоре на присоединенных землях выросли новые города – Чебоксары, Уфа, Самара. Прекратились племенные войны, развивались земледелие, ремесла, торговля. А Россия окончательно сложилась как многонациональное государство. Все чаще по отношению к ней звучал эпитет «Великая». Владения московских государей простирались на востоке до Урала – и граничили с загадочным и почти неизведанным сибирским ханством. В этом суровом краю жили сибирские татары. Занимались охотой и скотоводством северные народы – ханты, манси, ненцы, селькупы. А владычествовал здесь один из потомков Чингисхана – хан Кучум. Он стремился вытеснить русских с Урала, совершая набеги на русские селения. Чтобы положить этому предел, местные купцы снарядили большой казацкий отряд. В сентябре 1581 года казаки во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем отправились в поход на Сибирское ханство. Дорога была долгой и трудной. Казаки поднимались по рекам на плоскодонных судах, стругах. А затем волокли их на руках, топорами расчищая путь через заросли. Атаман строго наблюдал за дисциплиной, следил, чтобы никто блудом или другими греховными делами не навлек на себя гнева Божьего. Зимовали в тайге. Когда кончились продовольственные запасы, перешли на подножный корм. Лишь весной казаки вступили во владение хана Кучума. После первого же столкновения с дружиной Ермака ханская армия обратилась в бегство, а казаки продолжили наступление. После ряда тяжелых боев они заняли Кашлык, столицу сибирского ханства.
Несколько лет в Западной Сибири продолжались сражения, большие и малые. В одном из них и погиб Ермак. По легенде, его утянуло на дно Иртыша тяжелая кольчуга – подарок Ивана Грозного. Смерть атамана не остановила покорителей Зауралья. Они возводили укрепленные пункты, остроги, давшие начало росту сибирских городов. Так была основана Тюмень. За ней последовал Тобольск, будущая столица Русской Сибири. Затем Березов, Сургут, Тара, Абдорск, Нарым. Когда Ермак вступил в Сибирь, никто в его войске не догадывался о той роли, которую она сыграет в русской истории. Долгое время этот край оставался лишь поставщиком пушнины да местом ссылки опасных преступников. Но значение Сибири росло с развитием самого государства, транспорта, промышленности и науки. Здесь нашли крупные месторождения золота, залежи угля, руд и других полезных ископаемых. Здесь развивалось сельское хозяйство, животноводство и рыбный промысел. В 1960-е годы Сибирь стала одним из крупнейших в мире мест по добыче нефти и газа. Здесь выросли современные предприятия, университеты и научные центры. Само название «Сибирь» по одной из версий происходит от тюркских слов «су» – «вода» и «бир» – «дикий лес». В 21 веке мы заново учимся ценить сибирские запасы тех самых воды, су и леса – бир, составляющих основу природного богатства нашей страны. Но самое главное, за многие века из крестьян и каторжников, из рабочих и ученых-энтузиастов, из коренных жителей и пришлых иноземцев в Сибири сформировался особый склад людей, называющих себя сибиряками. Людей, не боящихся ни суровых климатических условий, ни тяжелого труда. Людей, для которых нет ничего невозможного. Именно они исследовали для нас этот край. Они защитили Москву в 1941 году. Они открывали месторождения и строили электростанции на земле своих предков. На своей земле. Над российским двуглавым орлом появились три короны, символы трех присоединенных царств – Казанского, Астраханского и Сибирского. География Московского царства расширялась, менялись и ее карты. Еще в XIV веке каждый русский князь имел чертежи своих владений. Их рисовали на березовой коре, и предназначались они для урегулирования экономических вопросов, таких как сбор дани для ордынских ханов. После освобождения от Орды в 1497 году вышел чертеж московских земель. А первая карта Российского царства была составлена в 1525 году итальянским ученым Паоло Джовио на основе рассказов русского посла Дмитрия Герасимова. Во времена правления Ивана Грозного было написано первое геодезическое руководство, а царские архивы насчитывали 248 отдельных карт. Большинство из них выглядели очень условно и больше походили на рисунки. Однако и они давали представление о размерах державы, которая постепенно становилась одним из крупнейших государств Европы. После смерти сына Ивана Грозного, царя Федора, прервалась династия московских Рюриковичей. Вскоре начались бунты, которые переросли в настоящую гражданскую войну. Московский престол переходил из рук в руки. На власть претендовали все новые самозванцы. Казалось, что Московское царство обречено на гибель.
Кризис достиг крайней точки, когда в его пределы вторглись войска западных соседей – Речи Посполитой и Швеции. Интервенты заняли Кремль, а русское царствование было обещано польскому наследнику. Речь Посполитая в переводе с польского обозначает «общее дело». Это государство возникло во второй половине XVI века как объединение Польского королевства и Великого княжества Литовского. В период наивысшего расцвета Речь Посполитая простиралась от Балтийского побережья до Днепровских порогов, включая в себя земли современных Польши, Литвы, Белоруссии, Латвии, части Эстонии, значительной части Украины и западных областей России. В эти дни далеко от Москвы, в Нижнем Новгороде, простой земский староста, собрав горожан, обратился к ним с речью. «Православные люди, похотим помочь московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов, дворы свои продадим, жен, детей заложим». Кузьма Минин и его сограждане понимали, что спасение страны, ее земель, сел, городов зависит только от самих жителей. Русский купец помог собрать армию, которую возглавил опытный воевода Дмитрий Пожарский. Войско, сформированное на берегах Волги из дворян и служилых людей, дошло до Москвы, чтобы освободить ее от поляков и их союзников. В ноябре 1612 года полки Минина и Пожарского вышибли врага из столицы. Но чтобы вернуть порядок в стране, предстояло избрать нового царя. Причем такого, который устроит все слои общества. Народ, отвоевавший у врага свою землю, имел полное право сам избрать нового правителя. Народ, как никто, нуждался в воссоединении, в мире, в соборности. Был созван Земский собор, состоящий из представителей различных русских земель и сословий. После отсева многочисленных кандидатов на царство был венчан 17-летний юноша Михаил Федорович Романов, основатель второй и последней династии русских государей. Шел 1613 год. Страна лежала в руинах. Смоленск отошел Речи Посполитой. Значительная часть Карелии была захвачена шведами. Россия потеряла выход к Балтике. Возвращать все эти земли предстояло династии Романовых. Царям, чей святой долг оберегать свою землю и людей, живущих на ней. Царь отвечал за это не перед людьми и не перед историей, а перед Богом. К середине 17 века Речь Посполитая продолжала удерживать за собой земли, которые отошли от Руси во время Ордынского нашествия. Здесь, под властью польской шляхты, уже три столетия проживало многочисленное православное население. После соединения Литвы с католической Польшей православие на этих землях подвергалось гонениям, а русский язык вытеснялся из обихода. В 1648 году запорожские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким подняли восстание, которое вскоре переросло в настоящую войну. Сражения шли с переменным успехом. Запорожское казачество несколько раз обращалось в Москву с просьбой принять их в русское подданство. От Богдана Хмельницкого такое обращение поступило в июне 1648 года. В 1653 году Московский земский собор одобрил принятие территории войска Запорожского в подданство русского государства. В 1654 году в городе Переяславе в присутствии русских послов состоялась Казацкая рада, которая приняла решение о переходе под власть российского царя. После этого началась долгая тяжелая война с Речью Посполитой. В 1654 году сын Михаила Романова, царь Алексей Михайлович, лично возглавил поход на Смоленск.
Город до сих пор удерживали поляки. Полтора месяца продолжалась подготовка к штурму. Враг отбил два приступа, и началась затяжная осада. Противник рассчитывал на скорое подкрепление, но оно так и не пришло. Вскоре гарнизон сдался. Коренные смоляне приветствовали Алексея Михайловича как избавителя. Смоленск, город-ключ, главная преграда на пути захватчиков к Москве, навсегда вернулся в состав русского государства. Это было только начало. Спустя 13 лет по итогам русско-польской войны России отошли и утраченные во время смуты территории, и Киев с прилегающими областями – Полтавщиной, Черниговщиной и Запорожьем. В глубокой древности эти территории были основой русского государства. Позже их стали называть Малороссией. Здесь сохранялись традиции казацкого самоуправления, а высшим должностным лицом являлся гетман войска Запорожского. Поэтому земли левобережной Украины также именовались Гетманщиной. Между тем Россия крепла и развивалась. Сибирские земли привлекали своими богатствами, редкими видами рыб, тюленем жиром, моржовыми клыками. Но самым ценным товаром была пушнина. Продажа собольих, бобровых и беличьих мехов составляла немалую часть государственного дохода. Продвигаясь вглубь Сибири, казачьи отряды, иногда с боями, иногда мирно, приводили местное население под высокую государеву руку и облагали его данью – ясаком. Русские колонисты селились рядом с коренными жителями. Построенные служилыми людьми укрепленные пункты, остроги, становились административными центрами. Со временем на их месте вырастали города. К середине 17 века русская держава протянулась до Чукотки, побережья Охотского моря и Забайкалья. А в 1648 году, когда русский землепроходец и мореплаватель Семен Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой, Россия вышла в бассейн Тихого океана. Россия располагала огромными сырьевыми запасами. Однако страна не имела ни флота, ни выхода к Балтийскому и Черному морям, и потому оставалась зависимой от европейских купцов. Западные торговые компании по дешевке скупали русские товары и вывозили их на своих кораблях. Это ударяло и по казне, и по государственному престижу. Если не переломить ситуацию, России будет уготована судьба гигантской колонии – сырьевого придатка Европы. Чтобы обеспечить русскому государству будущее, требовалось пробиваться на Балтику, что означало войну с сильным северным соперником – Шведским королевством. Воплотить эту жизненно важную задачу решился новый царь. Петр I. Северная война началась с разгрома. В 1700 году в битве при Нарве плохо подготовленное русское войско было разбито Швецией. Петр, окружив себя молодыми амбициозными единомышленниками и заграничными советниками, сумел в кратчайшие сроки сформировать боеспособную армию, не уступавшую войскам шведского короля Карла XII. Одна за другой русским сдавались неприятельские крепости. Спустя 3 года после начала войны, рядом со шведским Ниеншанцем, у самого устья Невы Петр I заложил город Санкт-Петербург. Вскоре он станет новой столицей России. В течение столетий ижорские земли были частью русского государства. Они отошли Швеции после событий смутного времени и теперь вновь становились частью российской державы.
Решающее сражение Северной войны произошло 27 июня 1709 года под Полтавой. Перед началом битвы Петр I обратился к своему войску. «Не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное. А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего». Случилось почти невероятное. Окрепшее русское войско наголову разгромило одну из сильнейших армий мира. Известие о поражении шведского короля облетело Европу. Боевые действия на суше и на море продолжались еще более 10 лет. Шведы отчаянно цеплялись за свои последние бастионы на Балтике, но в конце концов запросили мира. Побежденная Швеция уступила России прибалтийские земли, Лифляндию, Эстляндию, часть Карелии с Выборгом, а также Ингрию, где был расположен Санкт-Петербург. Русское государство прочно утвердилось на Балтийских берегах, что в корне изменило расстановку сил в Европе. В 1721 году русский царь Петр I принял титул императора Всероссийского. Россия вошла в число великих держав и была провозглашена империей. Империя — не просто государство. Это единое пространство закона и цивилизации, которое охватывает множество стран и народов и имеет единый центр власти — священную личность императора. Российская империя считала себя наследницей Византии. В обязанности русского самодержца входила защита церкви и покровительство православным всего мира. Именно в эпоху Петра I составление географических карт стало проходить по всем правилам геодезической науки. Над созданием карт различных регионов империи работали сотни выпускников Морской академии, Петербургской инженерной школы и других учебных заведений. Одним из главных энтузиастов картографического дела стал сподвижник Петра Иван Кириллович Кириллов. На собственные средства он выпустил несколько десятков богато украшенных карт, а также трехтомный «Атлас Всероссийской империи». Эти издания получили большую известность и свободно продавались в книжных лавках Москвы и Петербурга. Однако они имели еще много неточностей. Лишь через 7 лет после смерти Кириллова в 1745 году отечественные картографы подвели итоги 20-летней работы по описанию страны. Российская академия наук выпустила «Атлас российский». Это уникальное издание, включающее в себя 19 карт губерний и одну генеральную карту страны, признано первым официальным атласом российского государства. Впервые в отечественной истории все желающие могли получить наглядное представление о контурах и размерах российской державы. От Балтийского побережья до Камчатки. Открывалась возможность путешествовать по огромной стране, имея перед собой точное начертание ее пределов, гор, рек, озер и проложенных дорог. И самое главное, жители страны получали возможность исследовать те бескрайние территории, которые передали им в наследство их предки. Казалось, никому из российских самодержцев не дано соревноваться в славе с Петром I. И все же это удалось дочери удельного немецкого князя. Она была сосватана за русского наследника Петра Федоровича, отправилась в далекую восточную страну и полюбила ее всем сердцем. Урожденная София Августа Фредерика получила при православном крещении имя Екатерина,
Ей предстояло провести на российском престоле 34 года и значительно расширить пределы Российской империи. К западу от российских рубежей на территории Речи Посполитой складывались отдельные этносы – украинский и белорусский. Однако по обе стороны государственной границы сохранялись единая вера и культурные традиции. Между тем, некогда могучая польско-литовская держава утратила свою силу. Бесконечные войны и мятежи разоряли Речь Посполитую, а последствия ложились на плечи православного населения. В этих условиях, под давлением Пруссии и Австрии, Екатерина согласилась на частичный раздел территории Речи Посполитой. К Российской империи перешли Восточная Белоруссия вплоть до Минска, а также часть современной Латвии. За первым разделом последовало два других, и в 1795 году Речь Посполитая прекратила свое существование. В состав Российской империи вошли Центральная и Западная Белоруссия, Волынь, Литва и Курляндия. Только теперь, на исходе XVIII века, удалось осуществить давнюю цель русских государей – объединить под своей рукой все восточнославянские земли. Исключением стали только населенные украинцами Восточная Галиция и Закарпатье, которые отошли Австрийской империи. Золотой век Екатерины стал эпохой расцвета русского военного дела. Главный противник России находился на юге. Османская империя и его вассальное Крымское ханство, последний осколок Золотой Орды, охраняли подступы к Черному морю, угрожая южным границам русского государства. Россия не первый век вела войны с Османской империей, но никогда они не были настолько успешными, как в годы царствования Екатерины Великой. Блистательные победы на суше и на море следовали одна за другой. Ларгская и Чесменская битвы, взятие Чакова и Измаила, сражения при Рымнике, под Факшанами и при Калиакрии. В этих знаменитых баталиях выковались таланты великих русских военачальников и флотоводцев: Петра Румянцева, Александра Суворова, Григория Потемкина, Федора Ушакова. Итогом этих войн стало присоединение Крыма и прилегающих черноморских районов, которые получили название Новороссии. Управление вновь обретенными землями императрица поручила своему ближайшему сподвижнику и фавориту Григорию Потемкину. При Черноморье строились новые города и порты: Херсон, Екатеринослав, ныне Днепр, Николаев, Одесса, Севастополь. Теплый климат и плодородные земли делали Новороссию привлекательной для многочисленных переселенцев из украинских земель, Центральной России и даже Германии. А в Крыму строился императорский Черноморский флот. Флот, который одержит блестящие победы над Османской империей и станет надежной защитой южных рубежей России. В конце XVIII века всю Европу охватили войны с наполеоновской Францией, в которые была втянута и Россия. Молодой русский император Александр I оказался между двумя непримиримыми врагами – Англией и Францией. Три года с 1805 по 1807 российская армия сражалась против французов. Но после нескольких поражений Александр заключил временный союз с Наполеоном. Тем временем в союз с Англией вступила Швеция. Две морские державы угрожали Санкт-Петербургу со стороны Финского залива. Тогда Бонапарт посоветовал русскому императору удалить шведов от своей столицы. Александр согласился.
Последняя русско-шведская война проходила в суровых условиях. Бои шли посреди глубоких снегов и топких финских болот. После героического перехода по льду замерзшего Ботнического залива русские войска заняли гарнизон на Аландских островах и угрожали шведской столице – Стокгольму. Шведы попросили о мире. В 1809 году по итогам войны Российской империи отошла вся территория Финляндии, а также Аландские острова. Россия установила полный контроль над Финским заливом и теперь могла не опасаться удара с моря. Но прошло 3 года, и война все же пришла на русскую землю. 24 июня 1812 года более чем полумиллионная армия Наполеона перешла границу России. Французский император рассчитывал разгромить русские войска в генеральном сражении, но не учел, что ему придется столкнуться с широким народным сопротивлением. Великая битва при Бородино не выявила победителя, однако дни Наполеона были уже сочтены. Его солдат встречали пустые деревни. При появлении неприятеля русские крестьяне сжигали амбары с зерном, лишая его продовольствия. Партизаны наносили удары по небольшим отрядам, захватывали обозы, разрушали коммуникации. Русский главнокомандующий фельдмаршал Кутузов вел войну на истощение противника. Император Александр заявил, что не вступит в переговоры о мире, пока хотя бы один неприятельский солдат будет оставаться на русской земле. И свое обещание царь сдержал. Предчувствуя гибель своей армии, Наполеон 3 посылал русскому императору предложение о мире. Но все они остались без ответа. К концу 1812 года остатки наполеоновской армии были изгнаны за пределы Российской империи. А поход русской армии и ее союзников закончился взятием Парижа и отречением Бонапарта. Итоги наполеоновских войн подводились на Венском конгрессе, созванном по инициативе держав-победительниц. После переговоров Российская империя получила территориальную компенсацию. Ей отошла значительная часть исконных польских земель – царство польское со столицей в Варшаве. Но поляки так и не смирились с крушением надежд на восстановление собственной государственности и в течение XIX века неоднократно восставали против царского правительства. Целое столетие российские власти пытались твердой рукой удержать польские земли. Но они так и остались чужеродным телом в составе империи. Совсем по-другому складывались отношения России с народами Закавказья. Священной обязанностью русского императора оставалась защита православного населения по всему миру. Уже долгое время грузинский народ страдал от набегов персидской армии, и Россия не раз приходила на помощь Грузии. Однако содержание постоянного гарнизона в соседней стране требовало немалых средств. Чтобы спасти свой народ от полного уничтожения, Картли-Кахетинский царь Георгий XII обратился с просьбой о вхождении в состав России. В 1801 году оно было удовлетворено. Это привело к целой серии войн, после чего Персия окончательно утратила свое влияние в Закавказье. А под властью русского императора, кроме Грузии, оказались населенные христианами районы Восточной Армении, а также соседние мусульманские ханства, территория Дагестана и будущего Азербайджана. Но этот горный регион, населенный многочисленными народами и племенами, долгое время оставался для русского правительства источником серьезного беспокойства.
Не признавая ни устных, ни письменных договоров, кавказские горцы отличались воинственностью и год за годом тревожили своими набегами казачьи селения. Даже строительство кавказской укрепленной линии, которая протянулась от устья Терека до Кубани, не избавило пограничные территории от постоянной угрозы. В 1816 году герой наполеоновских войн генерал Алексей Ермолов составил план по умиротворению Кавказа. Кавказская война продолжалась десятилетиями. Она не знала великих сражений и по большей части состояла из выматывающих горных переходов и мелких, но оттого не менее кровопролитных стычек. За покорение Северного Кавказа Россия заплатила миллионам солдатских жизней, большей частью по причине тяжелого местного климата и болезней. Только в 1864 году русской армии удалось подавить последние очаги сопротивления. Одновременно на Кавказе шли бои с Османской империей, которые закончились в 1878 году. Народы Кавказа от Дагестана до Карса признали себя подданными российской короны. На Кавказ протянулись дороги, соединившие его с остальными частями страны. Оживилась торговля, начала развиваться промышленность. Сельское хозяйство получило новые рынки в империи и по всему миру. В Баку была обнаружена нефть, ставшая одним из главных источников топлива для страны на долгие годы. Здесь строились нефтеперерабатывающие предприятия. Сюда стекались промышленники и специалисты со всего мира. Тем временем на Востоке интересы российского государства столкнулись с экспансивной политикой крупнейшей в мире колониальной империи – Великобритании. Ко второй половине XIX века британцы установили власть над Индией. Отсюда открывался путь в Среднюю Азию, которую Россия считала сферой своих интересов. В 1876 году к России было присоединено Коканское ханство. Вассальную зависимость от русского императора признали Бухарский эмират и Хивинское ханство. К 1878 году непокоренными оставались туркменские племена, которые населяли закаспийские оазисы. Захватив Афганистан, британская армия готовилась установить контроль и над этими территориями. Чтобы опередить британцев, Россия вступила в боевые действия с Текинским ханом. В качестве опорной крепости русские построили город Ашхабад, нынешнюю столицу Туркменистана. В январе 1884 года представители туркменских племен принесли присягу Александру III. А русские владения сомкнулись на востоке с британскими, определив современную туркмено-афганскую границу. А пока на Кавказе и в закаспийских песчаных степях свистели пули и грохотали пушки, русский мореплаватель Геннадий Невельской исследовал дальневосточные территории. Войдя в устье Амура, он основал там поселение – Николаевский пост, будущий Николаевск на Амуре, и объявил его российским владением. По старым договорам эти малонаселенные земли принадлежали Китайской империи. Самовольные действия Невельского вызвали гнев петербургских чиновников. Они требовали разжаловать его в матросы. Узнав об этом, император Николай I заявил: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Вскоре в низовьях Амура выросли новые русские поселки. Российское правительство вступило в переговоры с Китаем. Новая государственная граница была проведена по рекам Амур и Уссури. Так, без единого выстрела, в состав империи вошли обширная территория Приамурья и Приморский край. К началу 20 века
российское государство простиралось от Северного Ледовитого океана на севере до Черного моря на юге, от Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке. По своим размерам оно уступало только Великобритании с ее владениями, рассыпанными по всему миру. Кроме коренных русских земель, империя включала в себя Кавказ и Прибалтику, почти всю территорию современной Украины, Белоруссию, Бессарабию, современную Молдавию, Урал, Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию, а также Финляндию и часть Польши. Здесь проживали 150 национальностей, которые перемешивались между собой. Русский адмирал Николай Краббе так писал о себе: «Отец мой был чистокровный финн, мать — молдаванка. Сам же я родился в Тифлисе, в армянской его части, но крещен в православие. Стало быть, я природный русак». Как и любое государство такого масштаба, Россия сталкивалась с социальными проблемами и национальными противоречиями, но научилась с ними справляться. А постепенный экономический рост позволял с уверенностью смотреть в будущее. В 1913 году с просьбой о принятии в русское подданство обратилась одна из северных китайских провинций – Уренхайский край, будущая республика Тыван. Николай II повелел установить над этой областью протекторат и включить ее в состав Енисейской губернии. Для Российской империи это стало последним территориальным приобретением. С тех пор, как великий московский князь Иван III навсегда покончил с ордынской зависимостью, прошло 433 года. После победы на Угре немецкий император предлагал Ивану III принять от него королевскую корону. Великий князь ответил на это: «Мы, подлинные властители в нашей земле, от наших предков, мы благословлены на это Богом. Мы никогда не искали подтверждения тому у кого-либо и теперь не желаем такового». Верная этому завету, Россия вступала в 20 век. А впереди ее ждали новые испытания. Если у русских останется только один хутор, то и тогда Россия возродится. Николай Васильевич Гоголь. XX век Российская империя встречала, достигнув максимума территорий и населения. К началу века здесь проживало более 129 миллионов человек, а ее площадь превышала 22 миллиона квадратных километров. Гигантское государство объединяло представителей более 100 национальностей. От поляков до финнов, от украинцев до грузин, от евреев до киргизов. Многие представители этих народов были довольны своим положением. Другие мечтали о самостоятельности в виде автономии, такой же, как в Финляндии, которая имела свой законодательный орган – Сейм и таможенную границу. В конце 19 века национальные противоречия редко проявлялись открыто. Но уже в начале следующего столетия по стране прокатился ряд еврейских погромов и кроваво-армяно-тюркских столкновений. В Польше и Грузии произошли новые восстания. Не меньше проблем доставляли властям представители радикальных революционных партий, такие как эсеры и социал-демократы.
Впрочем, к началу 1914 года казалось, что открытое революционное движение окончательно разгромлено. Его лидеры находились в эмиграции или сибирской ссылке. К этому времени Российская империя входила в число ведущих мировых держав, переживала период экономического расцвета, а уровень национального благосостояния рос с каждым годом. Тем временем противоречия между крупнейшими европейскими государствами лишь накапливались. Европа разделилась на два военно-политических союза. Странам Антанты, России, Франции и Великобритании, противостояли центральные державы – Германия и Австро-Венгрия, к которым позже присоединились Османская империя и Болгария. В августе 1914 года прогремели первые выстрелы. Первая мировая война приведет к невиданным разрушениям, многомиллионным жертвам и станет одной из причин крушения четырех империй, включая российскую. С первых дней войны русские войска перешли в решительное наступление. Ожесточенные бои проходили на юго-западном фронте, где российским войскам противостояла армия Австро-Венгрии. Уже через месяц после начала войны они увенчались целым рядом побед. Третьего сентября 1914 года русские войска взяли Львов. Этот старинный город был основан в середине 13 века русским князем Даниилом Романовичем и стал столицей Галицко-Волынского княжества. Столетием позже оно вошло в состав Польского королевства, затем перешло к австрийской короне. Со вступлением во Львов русских войск в городе появились русские полицейские, начала выходить русская газета, было создано Галицийское генерал-губернаторство. Миколай II писал императрице Александре Федоровне: «Очень красивый город, немножко напоминает Варшаву, пропасть садов и памятников, полный войск и русских людей». В те дни на волне патриотического подъема многие верили, что война принесет России возврат даже тех территорий, которые казались навсегда утраченными. Успехи русской армии не радовали только радикально настроенную оппозицию и в первую очередь Ленинскую партию большевиков. Ленин и его соратники утверждали, что настоящий революционер должен желать поражения своему правительству. Ведь за разгромом последует крах империалистических государств, включая Российскую империю. А значит и создание нового справедливого общества, построенного на руинах старого мира. Большевики отстаивали свою позицию публично, за что их депутатская фракция была арестована и отправлена на вечное поселение в Сибирь. Но граждан Российской империи охватил небывалый патриотический подъем. В армию записывались тысячи добровольцев. Женщины шли работать в госпитале с сестрами милосердия. В столичных городах и провинциях создавались комитеты помощи фронту, оказывая армии немалую помощь в снабжении. Через год после начала войны обстановка на фронте переменилась. Острая нехватка боеприпасов привела к снижению боеспособности русской армии и ряду тяжелых поражений. Началось великое отступление. В его ходе императорская армия оставила Львов, Перемышль, Тернополь.
В августе 1915 года русские войска ушли из Варшавы, столицы царства польского, которая находилась под властью российской короны. Затем неприятель взял Вильно, Гродно, Брест-Литовск, Новогеоргиевск. В центральную Россию хлынул поток беженцев. Всего за пару месяцев Российская империя потеряла 15% своих западных территорий. Новый командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак прибыл в Ставку по срочному вызову. Начальник штаба, генерал-адъютант Алексеев, сразу перешел к сути. Дела на фронте обстоят крайне неважно, поэтому сейчас столь многое зависит от флота. Вам, господин вице-адмирал, предстоит особая задача, секретная. Услышав продолжение фразы, Колчак не поверил своим ушам. «Босфор будем брать», — сообщил Алексеев. «Готовьте десантную операцию. Государь на вас рассчитывает». Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы с древности имели стратегическое значение. Тот, кто ими владел, получал прямой выход в Средиземное море, а вместе с ним – существенное экономическое и военное преимущество. Кроме того, Россия, считая себя наследницей Византии, считала своим долгом восстановить крест над Святой Софией, главным константинопольским храмом, который турки превратили в мечеть. Российская империя давно стремилась взять под контроль проливы. 12 войн с Османской империей, которые вела Россия, заняли в общей сложности 241 год. Но западные державы, в первую очередь Великобритания, опасались укрепления России. Они заключали с Османской империей военные союзы, ставили российским властям ультиматумы, прибегали к дипломатическому давлению. Лишь во время Первой мировой войны Англия и Франция признали право России на Константинополь и проливы. Теперь это право оставалось отвоевать. Радикальная оппозиция разделилась в своих взглядах на войну. Сторонники Ленина составляли меньшинство. Многие из революционеров с сочувствием относились к терпящей поражение русской армии, а также к тем жителям страны, которые оказались в немецкой оккупации. Ведь территория страны — это не только квадратные километры земли, но и люди, на ней живущие. Русская промышленность смогла преодолеть трудности со снабжением войск, и обстановка на фронте стала выравниваться. Враг был остановлен, и в 1916 году российская армия провела успешное наступление против Австро-Венгрии, известное как Брусиловский прорыв. Но в феврале 1917 года, когда адмирал Колчак готовился к высадке десанта на турецкий берег, по Петрограду прокатилась волна протестов. Демонстранты требовали хлеба, прекращения войны и отмены самодержавия. Началась всеобщая забастовка. К восстанию присоединились солдаты столичного гарнизона. Политический кризис привел к смене государственного строя. 2 марта Николай II отрекся от престола. Судьбу России должно было решить учредительное собрание. А пока власть перешла к временному правительству. Революционная обстановка усилила экономические трудности и привела к разложению армии. Новый военный и морской министр Александр Кучков отменил план Босфорской операции.
Как писал в эмиграции адмирал Михаил Смирнов, не случись революции, Колчак водрузил бы русский флаг на Босфоре. Временное правительство провозгласило свободу печати и собраний. Объявило амнистию всем политзаключенным. Распустило все правоохранительные органы, а полицейский департамент заменило народной милицией. Вслед за этим оно отменило все ограничения прав для национальных меньшинств. А 16 марта признала независимость Польши, которая к тому моменту была оккупирована Германией и Австро-Венгрией. От Российской империи отделился первый осколок. Россия и Польша столетиями соперничали за приграничные земли. Войска Королевства Польского не раз вторгались в Россию, а в смутное время даже расположились гарнизоном в Московском Кремле. Со временем польское государство ослабело и стало легкой добычей для более сильных держав. В конце 18 века в ходе трех разделов Речи Посполитой, так назывался Союз Польши и Великого княжества Литовского, ее территория была поделена между Россией, Пруссией и Австрией. Российской империи отошли белорусские и литовские земли, а также часть современных Латвии и Украины. В ходе наполеоновских войн Пруссия и Австрия утратили большинство своих польских владений. На их месте Наполеоном было основано Великое герцогство Варшавское. После поражения Бонапарта Польша пережила новый раздел. Ее восточные и центральные части, включая столицу Варшаву, вошли в состав Российской империи под названием «Царство Польского». Оно имело особый статус и поначалу даже собственную конституцию, но это не уменьшало стремление поляков вернуть государственную независимость. На протяжении XIX века в различных частях разделенной Польши произошло несколько восстаний. Февральская революция привела к резкому подъему сепаратистских настроений по всей бывшей империи. Особенно остро они проявились на Украине. По улицам Киева и других украинских городов протянулись многотысячные манифестации. Их участники несли желто-голубые знамена и присягали перед портретом Тараса Шевченко, обещая не прекращать борьбу за автономию Украины. Из автобиографии кинорежиссера Александра Довженко. «Я выкрикивал на митингах общие выкрики, радовался, как сорвавшаяся с цепи собака, искренне веря, что уже все люди – братья, что Украина – у украинцев, Россия – у русских, что завтра об этом узнает весь мир». Первое восточнославянское государство, Древняя Русь, сформировалось на землях современных Украины, Белоруссии и России. Впоследствии оно распалось на отдельные княжества, а после монгольского нашествия многие из них оказались частью Золотой Орды и позднее стали основой Московской Руси. При этом западнорусские земли вошли в состав Великого княжества Литовского, а в XVI веке перешли под власть Речи Посполитой, польско-литовского государства. Их дальнейшая судьба сложилась по-разному. Левобережная Украина, так называемая Гетманщина, добровольно перешла под власть московского царя Алексея Михайловича в 1654 году после восстания запорожских казаков во главе с Богданом Хмельницким. Правобережная часть Украины, Волынь и Подолье, была включена в состав России лишь в последней трети XVIII века, после разделов Речи Посполитой. Екатерина Великая ликвидировала автономию Гетманщины, а украинские земли преобразовала в губернии Российской империи.
Сюда переселялись не только русские, но и выходцы из разных районов империи, а также иностранцы – турки, греки, сербы. В составе Российской империи восточные регионы современной Украины стали превращаться в богатый промышленный регион. От Кривого Рога до Харькова и Мариуполя разрабатывались месторождения полезных ископаемых, строились фабрики и заводы. В XIX веке в среде украинской интеллигенции возникло движение в поддержку родного языка и культуры, охватившее широкие слои населения. В 1917 году борьбу за украинскую национальную автономию возглавила Центральная Рада, самопровозглашенный орган законодательной власти. Члены Центральной Рады вступили в затяжные переговоры с Временным правительством. Тем временем в Киеве уже расклеивали плакаты с изображением самостийной Украины, которая простиралась от Карпат до Кавказа. Революционная агитация пустила корни и в армии, и на флоте. Матросы и солдаты отказывались выполнять приказы командования. Затем вынесли постановление о разоружении офицеров. Многие военачальники, в том числе и адмирал Колчак, не подчинились. Пожалованную ему за оборону Порт-Артура золотую саблю Колчак бросил за борт. «Не вы вручили мне почетное георгиевское оружие, не вам его и отнимать». Генералы и адмиралы попросту снимали с себя полномочия командующих. Так Колчак отправился в Петроград, а оттуда в составе русской военно-морской миссии отбыл в Америку. Армия и флот разлагались, а само государство раскалывалось на глазах. К октябрю 1917 года Временное правительство лишилось широкой поддержки. Фронт практически развалился. Большевики воспользовались моментом. В ночь с 24 на 25 октября они совершили государственный переворот и объявили о передаче власти Советам. В одном из своих первых постановлений большевистское правительство признало право народов России на свободное самоопределение, вплоть до полного отделения. Вскоре о своем суверенитете заявила Финляндия. Ленин не стал возражать. Уже вторая после Польши национальная окраина окончательно откололась от империи. Центральная Рада провозгласила автономную Украинскую Народную Республику, которая не подчинялась советскому правительству. В ответ большевики создали в Харькове собственное правительство Украины. Это было лишь началом территориального и политического раскола единого государства. Новые национальные республики возникали на Кавказе, в Прибалтике, Молдавии и Средней Азии. Вчерашняя империя рассыпалась на глазах. Вместе с ней рухнуло и единое экономическое пространство. Остановились крупные заводы и фабрики. Из магазинов исчезли продукты. Почта и транспорт работали с перебоями. Страна погружалась в пучину беззакония, голода, насилия и преступности. Русский публицист и философ Василий Розанов писал: «Рассыпанное царство. Русь слиняла в два дня. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса». Большевик Серго Орджоникидзе еще недавно был политическим ссыльным. А теперь перед ним и его товарищами встали задачи государственного масштаба. В декабре 1917 года Орджоникидзе отправился в Харьков в должности чрезвычайного комиссара Украины.
Ему предстояло любыми способами добыть хлеб для голодающего Петрограда и других крупных городов центра России. В ход шли любые средства – убеждения, хитрость, конфискации, расправы над недовольными. И чем более жесткие меры применяли большевики, тем сильнее росла ненависть к ним среди жителей Украины. В это время ленинское правительство вело переговоры с Германией о заключении мира. Большевики выступали за мир без аннексий и контрибуций. Они ждали, что вслед за Россией революция охватит и страны Европы, и потому, как могли, тянули время. Но общеевропейского восстания так и не случилось. В феврале 1918 года Германия перешла в крупномасштабное наступление против Советской России. Третьего марта 1918 года в Брест-Литовске большевикам пришлось подписать мирный договор с Германией и ее союзниками. За выход из войны Советская Россия заплатила утраты огромных территорий Украины, Белоруссии, Прибалтики, части Закавказья. Многие современники называли сепаратный мир предательством национальных интересов и изменой союзническому долгу. От большевиков отвернулись даже их бывшие союзники – левые эсеры, которые считали недопустимым мир с империалистами. Эсеровская газета «Дело народа» писала: «Государство, которое принимает такой мир, теряет право на существование». На оккупированных землях немцы создавали марионеточные режимы. На Украине они свергли власть Центральной Рады, а во главе государства поставили гетмана Павла Скоропадского, в прошлом генерал-лейтенанта русской императорской армии. В Латвии и Эстонии было создано Балтийское герцогство, а Литва провозглашена королевством. Литовский престол предназначался немецкому принцу Вильгельму фон Уруху. А в Закавказье развернулось наступление турецко-азербайджанской исламской армии. Она перешла границы, предусмотренные Брестским договором, и захватила Баку. Гражданская война разгоралась и на территории самой России. Весной 1918 года на Дону и Кубани возник центр сопротивления советскому правительству. Здесь действовала добровольческая армия под руководством генералов Алексеева, Корнилова и генерал-лейтенанта Деникина, которая стала ядром белого движения на юге России. Вскоре гражданская война охватила территорию бывшей Российской империи. Большевистское правительство переехало из Петрограда в Москву, но единого центра власти уже не существовало. Страна разделилась на множество лагерей. Едва ли не каждое повстанческое движение провозглашало свой суверенитет. Республики-однодневки возникали на территории отдельных губерний, городов, даже уездов. В Приазовье с 1918 по 1921 годы действовало массовое повстанческое движение под руководством анархиста Нестора Махно. Центром махновцев было село Гуляйполе. В 1919 и 1920 годах, вступая в союз с большевиками, они создавали автономный район, где не действовали органы советского правительства. Куда не допускались чекисты и не было продразверстки. Рабочие и крестьяне получили полное самоуправление. Красные неоднократно разрывали союз, нападая на махновцев.
но так и не смогли их полностью уничтожить. Район Вольных Советов сохранялся и в тылу белых, когда войска Деникина в 1919 году заняли Украину. Махновцы захватывали такие города, как Екатеринослав, Александровск и Старобельск. Брали под свой контроль территории от Донбасса до Умани. Вместе с большевиками громили Врангеля, а потом воевали уже против Красной армии. Это продолжалось до 1921 года, когда в боях с многократно превосходящими силами красных Махно прорвался за границу. Между представителями разных политических ориентаций создавались временные союзы. На стороне красных, кроме большевиков, сражались и анархисты, и бывшие царские генералы, и просто случайные люди. Среди их противников тоже не было единства. К белому движению присоединялись монархисты и республиканцы, сторонники иностранной интервенции и убежденные патриоты. Одним из центров белого движения стала Уфа. Многочисленные силы, не признававшие власти большевиков, создали здесь временное всероссийское правительство, так называемую «директорию». Под напором наступающей Красной армии она переехала в Омск. Однако офицерство, представители деловых кругов и английские покровители директории были недовольны мягкостью и непоследовательностью этого органа. В октябре 1918 года, проведя год за границей, в Омск прибыл Александр Колчак. Спустя месяц директория была свергнута. При поддержке англичан Колчак пришел к власти и был объявлен верховным правителем России. Гражданская война набирала обороты. Идейно-политическое противостояние привело к всплеску террора. Адвокат Сергей Кобяков рассказывал о зверствах большевиков. В подвалах чрезвычайных комендатур и просто во дворах расстреливали. С пароходов и барж бросали прямо в Волгу. Некоторым несчастным привязывали камни на шею. Не меньшую жестокость проявляли и сторонники белого движения. Военный министр колчаковского правительства Александр Будберг писал, что каратели белых закапывали большевиков живыми, с устилом дна ямы внутренностями, выпущенными из закапываемых, чтобы мягче было лежать. Казалось, что этой бойне не будет конца, и России уже не суждено возродиться. Весной 1919 года Урал и Западную Сибирь почти целиком контролировал адмирал Колчак, а также силы интервентов – японцы, англичане, американцы и французы. Юг России находился под властью белого генерала Деникина. На северо-западе генерал Родзянко угрожал Петрограду. А тем временем польская армия заняла Вильнюс, часть Белоруссии и Западной Украины. Под контролем большевиков оставались только центральные губернии. Но вскоре и здесь власть советского правительства оказалась под угрозой. В апреле 1919 года войска Колчака двинулись к берегам Волги. Отсюда открывался путь на Москву. Однако дойти до Волги им не удалось. Внезапным ударом Красная армия разгромила основные силы колчаковцев и отбросила их за Урал. Белые так и не смогли предложить народам России объединяющую идею. Крестьяне, не желая возвращения старых порядков, из двух зол выбирали меньшее. Красная армия становилась все сильнее. На службу большевикам перешли многие царские офицеры и генералы. Уже к началу 1920 года Красная армия разгромила основные силы своих противников. Белые еще держались в Крыму и на Дальнем Востоке.
А тем временем большевикам пришлось подавлять многочисленные крестьянские восстания, которые охватили обширные территории в России, на Украине и в Белоруссии. Другим опасным противником советской России стала возрожденная Польша. Еще император Николай II планировал после победы в Первой мировой войне объединить царство польское с польскими землями, которые будут отняты у Германии и Австро-Венгрии, и создать автономное государство в рамках Российской империи. Однако в ходе Первой мировой распалась сама империя. Польша была оккупирована немцами еще в 1915 году, а в октябре 1918 провозгласила свою независимость. После капитуляции Германии и Австро-Венгрии верховным главой Польши стал военный и политик Юзеф Пилсудский, которого считают отцом современной польской государственности. Позже, в 1919 году, он начал войну с Советской Россией, стремясь вернуть территории, которые когда-то входили в состав Речи Посполитой. По Рижскому миру 1921 года к Польше была присоединена часть западноукраинских и западно-белорусских земель. Общие потери населения России за годы гражданской войны составили, по разным оценкам, от 8 до 10,5 миллионов человек. Значительно больше, чем за всю Первую мировую. Число беспризорных детей достигало, по некоторым данным, до 7 миллионов. Практически вся промышленность остановилась. Кроме Финляндии и Польши, независимыми государствами стали Латвия, Литва и Эстония. Часть Армении перешла к Турции. Румыния захватила Бессарабию, нынешнюю Молдавию. Япония оккупировала Дальний Восток и Северный Сахалин. Только по итогам Брестского мира от России было отторгнуто около 800 тысяч квадратных километров, на которых проживали более 56 миллионов человек. Однако события гражданской войны привели не только к территориальным потерям, но и к присоединению новых регионов. В 1920 году при поддержке местных революционеров Красная Армия заняла Хивинское ханство и Бухарский эмират, которые до 1917 года находились под протекторатом Российской империи. Теперь здесь были провозглашены формально независимые народные республики. Кроме того, под фактическим протекторатом Москвы оказалась Тува. Теперь новой, невиданной нигде в мире коммунистической власти предстояло заново создавать страну. Но ленинскому правительству предстояло принять решение, на каких основах формировать это государство. Станут ли все эти территории частью единой Советской России? Или разделятся на несколько дружественных, но отдельных республик? Седьмого апреля 1920 года советский бронепоезд пересек границу Азербайджана. Бакинские большевики организовали в городе переворот. И 28 апреля направленный на Кавказ Серго Орджоникидзе с гордостью телеграфировал Ленину: «Наши войска шли без всякого сопротивления. После передачи власти коммунистам через 2 часа наши бронепоезда были в Баку, имея с собой батальон пехоты». В тот же день Азербайджан был провозглашен Советской Республикой. К
Как и Ленин, Орджоникидзе считал Российскую империю тюрьмой народов. Но небольшие национальные государства, которые возникали на ее окраинах, казались большевикам не меньшим злом. Спустя несколько месяцев после того, как в Баку победили большевики, советская власть была установлена в Армении. Еще через 3 месяца Красная армия вошла в Грузию. Весной 1921 года почти вся территория Закавказья оказалась под контролем большевиков. Закавказские земли с древности граничили с 2 воинственными мусульманскими империями – Османской и Персидской. Грузинский народ исповедовал православие, имел давние культурные связи с Россией и видел в ней союзника и покровителя. 22 декабря 1800 года по просьбе картли-кахетинского царя Георгия XII император Павел I подписал высочайший манифест о присоединении части Грузии картли-кахетинского царства к Российской империи. Дальнейшее присоединение закавказских территорий сопровождалось целой серией русско-турецких и русско-персидских войн. В первой трети XIX века под властью русского императора оказались населенные христианами районы Восточной Армении. Чтобы защитить присоединенные земли от набегов персидской армии, Россия включила в свой состав соседние мусульманские ханства – территорию будущего Азербайджана. Красоты и дух Кавказа описывали Пушкин, Лермонтов и Толстой. Многие выходцы из Закавказья получали образование в Центральной России и входили в состав имперской элиты. В их числе великий полководец, потомок грузинского царского рода Петр Багратион, министр внутренних дел, правая рука Александра II, армянин Михаил Ларис Меликов и многие другие. В годы советской власти Кавказские республики внесли огромный вклад в развитие страны. Именно Кавказ оставался единственным источником нефтедобычи вплоть до 40-х годов, когда начались нефтяные разработки на Поволжье и Урале, а затем и в Западной Сибири. В Азербайджане, в Грузии и Армении строились новые предприятия и гидроэлектростанции. Развивалось сельское хозяйство. В Грузии началась системная работа по выращиванию чая и даже создан научно-исследовательский институт чая. И, конечно, Кавказ стал одним из любимых мест для туризма и отдыха. Новые курорты и пансионаты, и самое главное, искреннее радушие и гостеприимство местных жителей навсегда завоевали сердца жителей Советского Союза. К концу гражданской войны большевикам удалось совершить то, о чем мечтали их идейные противники – сосредоточить под своей властью большую часть бывшей Российской империи. Позднее даже многие белые мигранты будут называть Ленина «собирателем России». Вопрос о создании объединенного советского государства становился для ленинского правительства все более актуальным. К концу гражданской войны на территории бывшей империи сложилось 6 советских республик, в которых власть принадлежала большевикам. Кроме Российской Федерации, РСФСР, это были Украинская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская советские социалистические республики. Последние 3 были объединены в 1 Закавказскую социалистическую федеративную советскую республику. Все они сохраняли формальную независимость. При этом их армии подчинялись Москве, а в качестве денежной единицы был принят российский рубль. Пришло время превратить военно-экономический союз в политический. Но по каким принципам его строить? Народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин предлагал включить все республики в состав Российской Федерации на правах автономии. Ленин обвинил своего соратника в великорусском шовинизме.
По его мнению, каждая из республик должна была войти в новое единое государство с равными правами. Именно такое устройство, считал Ленин, позволит и другим странам присоединиться к Союзу после мировой революции. Сталин был вынужден согласиться с мнением партийного лидера. Члены грузинского комитета большевиков были возмущены идеей Сталина. Меньше всего они хотели стать еще одним национальным регионом России. Более того, некоторые местные партийцы требовали вхождения в состав Союза в качестве отдельной республики, а не части Закавказской Федерации. Услышав об этом, Орджоникидзе пришел в ярость. Он обозвал своих коллег шовинистической гнилью. А когда член ЦК грузинской компартии Акаки Кобахидзе в ответ назвал Серго сталинским ишаком, тот пустил в ход кулаки. После этого весь состав грузинского ЦК подал в отставку. Это происшествие едва не поставило под угрозу политику большевиков в Закавказье. И, конечно, сулило Орджоникидзе крупные неприятности, вплоть до исключения из партии. Казалось, что политическая карьера Серго закончилась раз и навсегда. Его спасло лишь обострение болезни Ленина, который с весны 1923 года уже не мог принимать участие в государственной работе. Однако в споре о принципах создания единого социалистического государства возобладала точка зрения Ленина. 30 декабря 1922 года в Москве Первый Всесоюзный съезд Советов принял декларацию об образовании нового государства – Союза Советских Социалистических Республик. Право вступления в Союз открывалось любым социалистическим государством, как существующим, так и тем, что возникнут в будущем. Каждая из четырех республик, входящих в Союз, признавалась суверенной и наделялась правом выхода из СССР. Советский Союз имел единые вооруженные силы и кредитно-денежную систему, а высшая политическая и экономическая власть сосредотачивалась в Москве. 21 января 1924 года умер основатель советского государства Владимир Ленин. После его смерти в СССР продолжился процесс национально-территориального размежевания. Большевики провозгласили принцип равноправия больших и малых народов, населявших Советский Союз. Многим территориям, где преобладал тот или иной этнос, предоставлялся статус либо союзной, либо входящей в ее состав автономной республики или автономной области. В состав Российской Федерации входило 19 автономных республик, в их числе Казахская и Киргизская. На территории Украинской ССР в районе нынешнего Приднестровья была образована автономная Молдавская республика. Правда, молдаване составляли только треть ее населения. В составе Закавказской Федерации выделялись Нахичеванская, Нагорно-Карабахская, Абхазская, Аджарская и Юго-Осетинская автономии. В национальных республиках проводилась политика коренизации. На руководящие должности выдвигались представители коренного народа, а местные языки внедрялись в образование и делопроизводство. Когда-то мечта о социалистическом государстве казалась утопией, но СССР стал реальностью, и на бывших революционеров легла ответственность за будущее страны. В стране началась индустриализация, программа по ускоренному наращиванию военной и экономической мощи Советского Союза. Эта программа потребовала множества новых рабочих рук, которые власть могла взять только из села. В деревнях проводилась насильственная коллективизация. Частные преуспевающие хозяйства разорялись. Крестьяне были вынуждены вступать в колхозы. В противном случае их ждали либо голод, либо арест и ссылка. В условиях атеистической пропаганды гонениям и арестам подвергались священники и верующие.
Внутри самой большевистской партии завязалась беспощадная политическая борьба, которая сопровождалась арестами и расстрелами политических противников. Все это приводило к тому, что в богатых сельскохозяйственных районах росло недовольство советской властью. Вспыхивали восстания. И все же Советский Союз укреплялся, превращаясь в современную индустриальную державу с мощным военным потенциалом. Процесс национально-территориального размежевания продлился до 1936 года, когда СССР состоял уже не из 4, а из 11 республик. Формально независимые Хорезмская и Бухарская республики, а также Туркестанская автономия в составе РСФСР были расформированы. На их месте возникли Туркменская, Узбекская и Таджикская ССР. Казахская и Киргизская автономии в составе РСФСР были преобразованы в союзные республики, а из-за Кавказской Федерации выделились Грузинская, Армянская и Азербайджанская ССР. Многонациональность самой страны во многом определяла и царящую в СССР идеологию интернационализма. В СССР никогда не было расовой сегрегации. Все нации и национальности провозглашались равными. Создавались условия для развития национальных языков. Но огромная страна с ее экономическими и политическими задачами требовала создания условий, при которых жители республик, государственных предприятий и прочих учреждений понимают друг друга. Именно поэтому во всех республиках и автономиях создавались условия для изучения русского языка. Однако обязательным предметом школьной программы он стал только в 1936 году. Новой стране потребовались и новые карты. В 1930 году был организован Московский геодезический институт. В 1932 году в МГУ появляется кафедра геодезии и картографии. Теперь карты создавались с помощью более точного математического аппарата и более совершенного оборудования. Картографы использовали аэростаты и авиацию. Для нужд народного хозяйства и Красной армии впервые создавались комплекты карт в масштабе 1 к 100 тысячам. Работа эта была столь сложной, что создание карт европейской территории страны закончилось лишь во время войны, в 1942 году. При этом деятельность Высшего геодезического управления СССР проходила в условиях строжайшей секретности. Порой доходило до анекдотических ситуаций. В невоенных картах, которые выпускались для широкого обихода, изменялись картографические данные, вплоть до смещения координат. На картах Москвы и Ленинграда отсутствовало 40% улиц и переулков, а на топографических картах обозначались только главные дороги. Вероятно, предполагалось, что это введет в заблуждение разведку противника. Однако подобная шпиономания приводила лишь к тому, что в иностранных армиях имелись собственные, более точные карты СССР по сравнению с теми, которые можно было купить в советских магазинах. Но отныне советские школьники изучали географию по новеньким, только отпечатанным картам Союза Советских Социалистических Республик. Приближались 40-е годы. Большинство граждан новой страны верило, что первое коммунистическое государство, созданное из обломков Российской империи, переживет самые тяжелые времена и останется для всего мира символом свободы, справедливости и дружбы разных народов. Никто не мог знать и о том, что карта СССР скоро изменится, и о тех испытаниях, которым подвергнутся и народы его населяющие, и дружба между ними.
Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков. Такой, какой нам Бог ее дал. Александр Сергеевич Пушкин. В середине 30-х годов Советский Союз, созданный на руинах Российской империи, из страны-изгоя превращался в признанную и уважаемую державу. И хотя западные страны с опаской относились к коммунистической идеологии, СССР не считался первостепенной угрозой глобальному миропорядку. Советское руководство проводило мирную внешнюю политику и не претендовало на перекройку границ. Тем временем все большее беспокойство вызывало другое европейское государство – Германия. И к тому были серьезные причины. После Первой мировой войны страны-победительницы – Великобритания, Франция и США – отторгли от Германии целый ряд территорий, добились резкого сокращения германской армии и выплаты гигантских денежных репараций. Многие немцы воспринимали итоги войны как национальное унижение и мечтали о реванше. Эти настроения окрепли в годы Великой депрессии. Одним из самых популярных немецких политиков стал лидер национал-социалистической партии Адольф Гитлер, который обещал возродить былое величие Германии. 30 января 1933 года Гитлер занял место рейхсканцлера, главы немецкого правительства. Спустя три дня он публично повторил то, о чем писал еще в своей книге «Майн кампф». Важнейшей целью Германии является завоевание нового жизненного пространства на Востоке. Для руководства СССР это стало крайне тревожным сигналом. По инициативе Сталина советские дипломаты добивались начала переговоров о создании системы коллективной безопасности с ведущими западными державами – Великобританией и Францией. Однако и Лондон, и Париж бесконечно затягивали этот процесс. Вопреки мнению Москвы, западные политики не стали возражать против присоединения Австрии к Германскому рейху, а затем одобрили насильственное отторжение от Чехословакии и Судетской области и еще нескольких районов. Но уступки, направленные на то, чтобы умиротворить Гитлера, только разжигали его аппетит. Гитлер обещал Великобритании и Франции оставить чехов в покое. Но в марте 1939 года войска Рейха вступили в Прагу. На следующий день Гитлер объявил на чешской территории протекторат Германии. Франция и Британия были обеспокоены этой ситуацией и предоставили Польше гарантии помощи в случае германской агрессии. Гитлер неуклонно шел к объявленной цели, расширял сферу немецкого влияния на Восток. И не оставалось сомнений, что на достигнутом он не остановится. В острой, а порой жестокой политической борьбе 20-30-х годов Сталин опирался на Вячеслава Молотова, которому доверил пост председателя Совнаркома, то есть советского правительства. В условиях политического кризиса в Европе и мире Сталин предложил Молотову возглавить также главное дипломатическое ведомство – Наркомат иностранных дел. Теперь от успехов нового наркома во многом зависела не только безопасность западных границ СССР, но и само выживание советского государства. Разведка докладывала Сталину, Гитлер ведет переговоры с польским министром иностранных дел Юзефом Беком. Были известны и детали этих переговоров. В частности, рейхсканцлер требовал, чтобы Польша предоставила Германии право свободного прохода через так называемый Данцигский коридор.
Эта узкая полоса суши, которая отделяет основную территорию Германии от Восточной Пруссии после Первой мировой, была передана польскому государству. Однако польские власти отказывались идти на уступки. Они понимали, что Гитлер находится в шаге от объявления войны, но надеялись, что тот так и не решится на крайние меры. Ведь за плечами Польши поддержка ее военных союзников – Франции и Великобритании. Но смогут ли они остановить Гитлера? Советское руководство было обязано просчитать все сценарии. В конце 30-х годов Республика Польша включала в себя земли Западной Белоруссии и Украины. Здесь проживало 6 миллионов этнических белорусов и украинцев. Ближайшие цели Гитлера не были тайны ни для советских, ни для западных дипломатов. Посол Франции в Берлине Робер Кулондор писал: «Стать хозяином в Центральной Европе, подчинив себе Чехословакию и Венгрию. Затем создать Великую Украину под немецкой гегемонией. Таковой в основном кажется концепция, принятая нацистскими руководителями». СССР предлагал Польше гарантии безопасности, но они были с негодованием отвергнуты. Если бы войска вермахта заняли Польшу, то от столицы Советской Украины, Киева, их отделяло бы всего 250 километров, от Минска не более 50 километров. Другая опасность советским границам исходила с северо-запада. В Финляндии усиливалось немецкое влияние. И Советский Союз был крайне заинтересован в том, чтобы эта страна сохраняла нейтралитет. В противном случае Ленинград, крупнейший промышленный и стратегический центр СССР, был под угрозой падения в первые же дни войны. Ведь финская граница находилась в 32 километрах от города. Финляндия прошла долгий путь к обретению собственной государственности. Начиная с XII века, финские земли находились под властью Швеции. Часть из них отошла Российской империи в 1721 году, по итогам Северной войны. Но основная территория была присоединена к Российской империи после русско-шведской войны 1808-1809 годов. Император Александр I дал Великому княжеству финляндскому автономию и присоединил к нему полученную еще Петром I Выборгскую губернию, которая занимала земли Карельского перешейка. С этого времени в Финляндии действовала самостоятельная таможенная и судебная система, в качестве платежного средства использовалась финская марка, а финские и шведские языки имели официальный статус. Однако в годы правления Александра III в Великом княжестве Финляндском начался процесс русификации, который вызвал недовольство у местного населения. В начале XX века царское правительство отменило ряд финских привилегий. Антироссийские настроения окрепли. Гельсингфорс, современный Хельсинки, стал одним из центров революционного движения. В декабре 1917 года финский сенат объявил о государственной независимости. Она была признана большевистским правительством в последний день 1917 года по григорианскому календарю. При этом Выборг и другие города Карельского перешейка остались за Финляндией. Еще в 1936 году первый секретарь Ленинградского обкома партии Андрей Жданов заявлял: «Прежде чем в Европе разгорится серьезный военный конфликт, нужно обезопасить северную столицу». Он считал, что Советский Союз должен занять часть финской территории на Карельском перешейке. Именно отсюда неприятельские орудия могли вести обстрел Ленинграда. Не меньшую потенциальную опасность несли принадлежащие Финляндии острова Финского залива. В случае необходимости они давали противнику возможность блокировать Кронштадт, главную базу советского Балтийского флота.
Однако оккупация территории суверенного государства могла привести к самым плачевным последствиям для международной репутации СССР. Нужно было найти мирный способ решения финской проблемы. Резидентом советской разведки в Хельсинки уже третий год был Борис Рыбкин, который работал под прикрытием поста второго секретаря полпредства. В апреле 1938 года Рыбкин получил срочный вызов в Москву. К удивлению резидента, сразу по приезде его повезли в Кремль. Здесь Рыбкина ждала встреча с самим Сталиным, на которой он получил секретное задание государственной важности – вступить в переговоры с руководством Финляндии, прощупать настроение и подготовить почву для заключения оборонительного договора с Советским Союзом. Рыбкин был назначен исполняющим обязанности поверенного в делах СССР, то есть фактически советского посла в Финляндии. Вернувшись в Хельсинки, Рыбкин немедленно приступил к выполнению своей миссии. Суть советского предложения сводилась к следующему. Финляндия обязуется не допускать немецкие войска на территорию страны. А чтобы обеспечить выполнение этого обязательства, СССР размещает в Финляндии свои военные базы. Встречи проходили на самом высоком уровне. Сначала советского представителя выслушал финский министр иностранных дел Рудольф Холсти, затем премьер-министр Аймо Каендер. Оба вежливо улыбались, но с советскими предложениями не согласились. Рыбкин докладывал в центр. Судя по всему, финны ждут более выгодного предложения. А в Москве Вячеслав Молотов с июня 1939 года вел переговоры с британскими и французскими представителями о создании антигитлеровского союза. Новый нарком иностранных дел был человеком въедливым и упорным, отстаивая каждую букву советских предложений и не позволяя западным партнерам отделаться общими словами. Те требовали публичного заявления. СССР обязуется оказать Британии и Франции военную помощь, если Германия нападет на Польшу. Молотов соглашался, но хотел получить аналогичные гарантии, если немецкая агрессия обрушится на балтийские страны – Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Или даже в том случае, если они под давлением сами согласятся пригласить германские войска. Однако западные державы таких гарантий давать не желали. Молотов отправил советским послам в Лондон и Париж телеграмму. «Как видите, англичане и французы требуют от нас односторонней и даровой помощи, не берясь оказывать нам эквивалентную помощь». Наступил июль 1939 года. До начала Второй мировой войны оставалось 2 месяца. В конце концов, западные дипломаты признали, желая обеспечить безопасность своих границ, советское правительство не примет никаких компромиссов. 23 июля британские и французские послы сообщили Молотову, что военные представители их стран готовы немедленно выехать в советскую столицу. Нарком был воодушевлен. Он уже предчувствовал, насколько мощное впечатление на Гитлера произведет предстоящий военный саммит. Однако драгоценное время утекало. Прошло 2 недели, прежде чем французская и британская миссии отправились в Москву. Невероятно, но способ передвижения они выбрали самый долгий – морем до Ленинграда и далее поездом. В Москву западные военные прибыли только 11 августа. До начала Второй мировой войны оставалось 20 дней. С советской стороны переговоры возглавил нарком обороны маршал Климент Ворошилов. Стороны с трудом нащупывали позиции, которые могут устроить всех участников. И только на третий день выяснилось, что глава английской делегации, адмирал Дракс, не имеет полномочий на подписание итоговых документов.
Британский премьер Невилл Чемберлен надеялся использовать переговоры лишь как средство давления на Гитлера и потому затягивал их как мог. Прямо во время переговоров Ворошилов получил записку от секретаря Сталина. «Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку». У советского руководства не оставалось сомнений. Обсуждение военно-политического договора с Францией и Британией не даст результатов. В запасе оставался последний вариант действий – выйти на диалог с Германией. Немецкие официальные лица уже несколько месяцев давали понять, что им хотелось бы улучшить отношения с Советским Союзом. 3 августа 1939 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп заявил советскому поверенному Георгию Астахову: «По всем проблемам, имеющим отношение к территории от Черного до Балтийского моря, мы могли бы без труда договориться». Немецкая сторона спешила. Гитлер уже готовился ко вторжению в Польшу. И его дипломатам предстояло сделать все возможное, чтобы не допустить создания антигерманской коалиции с участием СССР. Если бы Красная Армия поддержала войска Польской Республики, это могло бы обернуться катастрофой для вермахта. К концу августа 1939 года Германия была готова сделать советскому руководству предложения, о которых оно еще недавно не могло и мечтать. До начала Второй мировой войны оставалось 7 дней. 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп вылетел в Москву. В ночь на 24 августа в Москве был подписан договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как «Пакт Молотова-Риббентропа». Согласно этому документу, стороны обязались воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами. Советские руководители не питали иллюзий. Они понимали, что рано или поздно Гитлер нападет на СССР. Подписывая пакт, Сталин и Молотов старались оттянуть этот момент, чтобы подготовиться к предстоящей войне. Но этим дело не ограничилось. Важнейшей составной частью договора о ненападении стал секретный дополнительный протокол. В нем стороны определили границы сфер своих интересов в случае территориально-политического переустройства Польши и Балтийских государств. Согласно секретному протоколу, Латвия и Эстония входили в советскую сферу интересов, Литва – в немецкую. Однако спустя месяц Гитлер откажется от претензий на Литву. Кроме этого, признавалось право литовского государства на Вильнюс и Виленскую область, которые в 1920 году были захвачены Польшей. На территории самой Польши граница интересов проходила по рекам Нарев, Висла и Сан. Вопрос о государственной независимости Польши предполагалось выяснить позже по согласию сторон. Также СССР оговаривал свой интерес к Бессарабии, а Германия – незаинтересованность в ней. Большая часть земель, которые вошли в советскую сферу влияния, до революции были частью Российской империи. Подписывая секретный протокол, советская сторона получила дополнительное время на подготовку к неизбежной войне с Германией и очертила предел немецкой экспансии. Благодаря настойчивости Сталина и Молотова, Берлин отказался от претензий именно на те регионы, которые могли бы стать плацдармом для военных действий против СССР. Это стало серьезной дипломатической победой Кремля. Новость о сближении между непримиримыми идейными противниками, нацистской Германией и коммунистической Россией, потрясла мир. Европейские газеты пестрели карикатурами на Сталина и Гитлера. Но настоящий шок это известие произвело в Токио. Японское правительство заявило Германии протест. Отношения двух государств были надолго испорчены. В итоге внешнеполитическая концепция Японии изменилась.
Даже в самые тяжелые для Красной Армии месяцы 1941 и 1942 годов японские войска не поддержали немецких союзников ударом по советскому Дальнему Востоку. В ночь на 1 сентября 1939 года войска Третьего Рейха перешли польскую границу. Выиграв приграничные сражения, они повели наступление по всему фронту. Великобритания и Франция объявили Германии войну. Однако они так и не вступили в активные боевые действия. К середине месяца польская армия была близка к окончательному разгрому. Тем временем руководитель немецкой военной разведки адмирал Канарис вел неофициальные переговоры с главой организации украинских националистов Андреем Мельником. Речь шла о создании независимой Украины. И хотя Германия не поддерживала эти планы, немецкий посол в Москве Вернер фон дер Шуленбург предупреждал Молотова. В случае отсутствия русского вмешательства политический вакуум на землях, лежащих на восток от немецкой сферы влияния, может и не образоваться. Без вмешательства советского правительства тут могут быть сформированы новые государства. Сталин ждал до последнего. Наконец, в ночь на 17 сентября польский посол Вацлав Гржибовский был вызван в здание Наркомата иностранных дел. Заместитель Молотова Владимир Потемкин зачитал ему ноту. Польское государство и его правительство фактически прекратили свое существование, а значит, договоры, заключенные между СССР и Польшей, утратили силу. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Семнадцатого сентября 1939 года в 6 часов утра 7 групп войск Красной Армии, всего 618 тысяч бойцов и 4733 танка, вошли на территорию Польши. В тот же день правительство Республики Польша покинуло страну. Польский верховный главнокомандующий Эдвард Рыц Смиглы приказал войскам не оказывать сопротивления Красной Армии. Однако часть командиров не получила приказ. Бои прошли под Гродно и Шацком. Там, где польская армия отступала, возникали партизанские группы. Из дневников наркома внутренних дел Украинской ССР Ивана Серова. Из костелов мы изъяли молодых гимназистов, которые на допросе показали, что оружие они подобрали у отходящих польских частей, что они не согласны с оккупацией Польши русскими, поэтому будут бороться с нами. Среди них были девушки. Нас называли «псья крев», «собачья кровь». Настроены исключительно враждебно. Ни Англия, ни Франция не выразили протестов по поводу советских действий. Они порекомендовали польскому правительству в изгнании не объявлять войну Советскому Союзу. Первый лорд британского адмиралтейства Уинстон Черчилль заявил: «То, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против нацистской угрозы». К концу сентября Западная Белоруссия и Украина были заняты Красной Армией. Под контроль СССР перешла территория площадью 196 тысяч квадратных километров с населением около 13 миллионов человек. Западноукраинские земли долгое время находились под властью Речи Посполитой. А в конце 18 века были поделены между двумя империями – российской и австрийской. Австрии отошли Галиция, Буковина и Закарпатье. России – Волынь и Подолье.
Постепенно среди жителей Галиции сформировалось пророссийское движение. Представители местной интеллигенции вели просветительскую работу, издавали газеты и журналы, создавали кружки по изучению русской культуры. Параллельно возникла идея о создании единого украинского государства. Однако до начала 20 века она еще не имела большой поддержки. После распада Российской империи и проигранной Советско-Польской войны большевики были вынуждены передать Польше Галицию, часть Волыни и Западную Белоруссию. Многие местные жители восприняли это как национальную трагедию. Ряд известных галичан, такие как Михаил Лозинский и Петро Франко, эмигрировали в Советскую Украину. Тем временем радикальные противники польских властей создали террористическую и фашистскую по своей идеологии организацию украинских националистов. Позже ее руководители Евгений Коновалец, Андрей Мельник, Степан Бандера и другие пойдут на сотрудничество с нацистской Германией. В годы Великой Отечественной войны отряды ОУН совершали диверсии и нападения на части Красной Армии и советские партизанские соединения. Советское руководство и командование РККА неоднократно пыталось наладить диалог с руководством украинских националистов, но безрезультатно. Отдельные отряды ОУН продолжали действовать на территории Советской Украины вплоть до их уничтожения в 50-е годы. Некоторое время занятые Красной Армией украинские и белорусские территории оставались формально независимыми. Здесь были сформированы советы и прошли народные собрания. Писатель Константин Симонов вспоминал: «Я видел своими глазами народ, действительно освобожденный от ненавистного ему владычества. Слышал разговоры, присутствовал в первый день на заседании народного собрания. Для меня не было вопроса. В Западной Белоруссии, где я оказался, белорусское население, а его было огромное большинство, было радо нашему приходу, хотело его». 12 ноября 1939 года Западная Белоруссия вошла в состав Белорусской ССР. Спустя два дня в состав Украинской ССР была принята Западная Украина. И все же отношение жителей к этому событию не было однородным. Часть населения приветствовала присоединение к Советскому Союзу, другая категорически этому противилась. Еще не был окончен польский поход Красной Армии, когда советское правительство вступило в переговоры с властями Эстонии, Латвии и Литвы. Безопасность СССР напрямую зависела от того, сохранят ли прибалтийские республики нейтралитет. Немецкое влияние в этом регионе усиливалось. Еще в марте 1939 года Литва передала Германии город Клайпеду, или Мемель, стратегически важный балтийский порт. В апреле того же года латвийские и эстонские военачальники посетили Берлин и получили награды от Гитлера. Секретный протокол к договору о ненападении четко разделил сферы влияния. Однако Москве еще предстояло убедить прибалтийские правительства. Сотрудничество с Советским Союзом принесет им большую выгоду. Кремль настаивал, чтобы отодвинуть от своих границ немецкую угрозу, СССР должен разместить в странах Прибалтики ограниченный воинский контингент. Обращаясь к эстонскому правительству, Вячеслав Молотов заявлял: «Мы не намереваемся затрагивать ни ваш суверенитет, ни государственное устройство. Мы не собираемся навязывать Эстонии коммунизм. Мы не хотим затрагивать экономическую систему Эстонии». Те же обещания были даны Латвии и Литве. Только после того, как части Красной Армии были подтянуты к границам прибалтийских государств, согласие было получено. Советские войска вступили на территории Прибалтики. Контакты красноармейцев с местными жителями были строго ограничены. Республиканские власти признавали, русские гарнизоны не вызвали никаких недоразумений или затруднений. Однако проблема советско-финской границы оставалась до сих пор нерешенной.
Борис Рыбкин предъявил финской стороне новые условия советского правительства. СССР предлагал Финляндии обменять территорию к северу от Ленинграда на вдвое большие по площади карельские земли. Но финны снова ответили отказом. Переговоры зашли в тупик. Даже вмешательство Сталина не смогло поколебать позицию финляндского правительства. 30 ноября 1939 года части Ленинградского военного округа перешли границу с Финляндией. Началась Советско-финская война. Сталин полагал, что Красная армия не встретит в этой малонаселенной стране серьезного сопротивления. Однако финны уже несколько месяцев готовились дать Советам отпор. Они объявили всеобщую мобилизацию, провели масштабные войсковые учения и укрепили на Карельском перешейке систему оборонительных сооружений, так называемую линию Маннергейма. Командующий 7-й армией Кирилл Мерецков вспоминал: «Некоторые сотрудники нашей разведки, как это явствовало из присланных в ЛВО, Ленинградский военный округ, материалов, считали эту линию ничем иным, как пропагандой». Вскоре красноармейцы убедились в обратном. Больше месяца советским войскам не удавалось прорвать финские укрепления. Финны защищали свою страну с упорством и редким мужеством. Жертвы с обеих сторон исчислялись тысячами. Участница финской войны, обычная санитарка Екатерина Толстая, рассказывала: «Самое худшее там было – холод. Очень страшно было делать первичную обработку раненых. Много приходилось подбирать и эвакуировать из-под снега подмерзших. Иногда замерзшие люди в полный рост под снегом стояли». Транспортные колонны уходили из Ленинграда на север. Они везли все, в чем так нуждались красноармейцы. От валенок и овчинных полушубков до медикаментов, блиндажных печек и мобильных хлебозаводов. Возглавив военный совет Северо-Западного фронта, Андрей Жданов нес ответственность за тыловое обеспечение. Еще 3 года назад он предсказывал, что без войны финны не примут советских условий. И теперь делал все от него зависящее, чтобы приблизить победу. Той же дорогой отправлялись в Финляндию эшелоны с дополнительным вооружением, артиллерией, личным составом. В одном из вагонов ехал на фронт добровольцем родной племянник Жданова, студент 4-го курса Антон. К февралю Красная армия добилась троекратного превосходства в силах над войсками противника. Новое наступление оказалось успешным. Советские войска взяли штурмом линию Маннергейма, захватили Выборг и другие города. Только когда Финляндии грозила полная оккупация, правительство страны согласилось на территориальные уступки. 13 марта 1940 года СССР и Финляндия подписали мирный договор. К Советскому Союзу отошла территория Карельского перешейка и несколько островов в Финском заливе. Государственная граница была отодвинута от Ленинграда на 150 километров. Присоединенные земли вошли в состав новой союзной республики – Карело-Финской ССР. Однако все они были пусты. Финны начали эвакуацию гражданского населения еще до войны. Вскоре безлюдные улицы и покинутые хозяевами дома заполнились новыми жителями. На Карельский перешеек приехали переселенцы из разных уголков Советского Союза. А потомки прежних финских владельцев до сих пор приезжают сюда как туристы, чтобы увидеть места, где когда-то жили их бабушки и дедушки. Весной 1940 года, установив господство над Польшей, Гитлер обратил силы вермахта на запад. Спустя 6 часов после первых ударов немецкой авиации пало датское королевство. Следом за Данией капитулировали Нидерланды, Норвегия, Бельгия.
Дольше других континентальных государств продержалась Франция. Она сопротивлялась войскам Третьего рейха 42 дня. Сопротивление Германии продолжала оказывать только Великобритания. Большинство завоеванных стран были связаны с Германией договорами о ненападении, такими же, как с Советским Союзом. В секретном протоколе к советско-германскому договору оговаривалось, что к сфере интересов СССР относится Бессарабия. Этот регион больше столетия входил в Российскую империю, но после Октябрьской революции был присоединен к Румынии. Кремль так и не признал утраты Бессарабии, обвинив румынское правительство в ее незаконном захвате. Уже два десятилетия этот вопрос оставался крайне болезненным. Даже после подписания Советско-германского пакта Сталин медлил с его решением. Только после падения Франции, которая была связана с Румынией военными гарантиями, Москва предъявила Бухаресту ультиматум. Бессарабия, восточная часть Молдавского княжества, более 300 лет находилась под властью турок и была присоединена к Российской империи в 1812 году после победы в русско-турецкой войне. Это событие резко изменило жизнь местного населения. Купечество получило многочисленные льготы. Это привело к росту торговли, сельского хозяйства и мануфактурной промышленности. Экономический рост сопровождался культурным подъемом. В Бессарабской губернии открывались школы, гимназии, театры. В Кишиневе была основана публичная библиотека. Рассказы о богатстве и вольностях Бессарабии привлекли сюда многочисленных переселенцев. К началу 20 века наряду с молдаванами и гагаузами на землях губернии проживали десятки тысяч русских, украинцев, евреев, греков, болгар, немцев. При этом местная знать сохранила свои привилегии. В состав российского дворянства было включено 260 молдавских боярских фамилий. Выходцы из Бессарабии становились генералами и адмиралами, министрами и членами Государственной Думы. «28 июня 1940 года части Красной Армии беспрепятственно вошли на территорию Бессарабии и Северной Буковины. Местные жители встречали советских солдат цветами и музыкой. На домах были вывешены красные флаги. В Кишиневе прошел военный парад. Командующий Киевским военным округом Георгий Жуков поздравил народ с освобождением от румынских захватчиков. 2 августа в Советском Союзе появилась новая республика – Молдавская ССР. Вслед за этим последовал ряд чисток среди антисоветски настроенных жителей республики. По некоторым данным, в 1940 году из Молдавии было депортировано 8 тысяч человек. Северная Буковина стала Черновицкой областью Украинской ССР, а после распада Союза осталась в составе независимой Украины. Молдавия оставалась преимущественно сельскохозяйственным регионом. Этому способствовали и прекрасный климат, и богатые почвы. Однако после войны в 1946 году из-за засухи здесь разразился сильный голод. Правительство СССР приняло решение освободить Молдавию от поставок некоторых видов продуктов. В республику ввозилось дополнительное продовольствие. Голод, а также насильственная коллективизация привели к росту антисоветских выступлений, вплоть до вооруженного сопротивления. В связи с этим Политбюро ЦК ВКПБ постановило выселить из Бессарабии бывших помещиков, кулаков, предпринимателей, сектантов, лиц, помогавших румынским и немецким оккупантам. В 1949 году из Молдавской ССР выселили 11 280 семей численностью 40 850 человек. Конфискованное имущество было передано во владение колхозов и совхозов, а постройки и дома проданы частным лицам. Тем временем сокрушительные победы вермахта радикально изменили соотношение сил в Европе.
Советское руководство опасалось, что власти Эстонии, Латвии и Литвы примкнут к более сильной стороне и войдут в сговор с гитлеровской Германией. Уже год на территории Прибалтики располагался ограниченный контингент Красной Армии. Но теперь эта мера казалась уже недостаточной. Прибалтийские государства получили ультиматумы. Кремль требовал сменить правительство на более дружественные по отношению к СССР. Войска советских приграничных округов были приведены в боевую готовность. Президент Литвы Антанас Сметона призвал кабинет министров к сопротивлению советам, но не получил поддержки и бежал в Германию. Латвия и Эстония безоговорочно приняли условия Москвы. В Вильнюс, Ригу и Таллин направились уполномоченные ЦК ВКПБ. Им предстояло обеспечить подготовку к выборам и смену власти. Когда-то два этих человека были прапорщиками русской императорской армии. Сегодня они обсуждали судьбу Эстонии, страны, отколовшейся от Российской империи. Отказываясь признать очевидное, президент Пяц до последнего надеялся остаться у власти. Он клялся в верности советско-эстонским договорам и предлагал свой состав нового правительства. А в ответ слышал упреки советского уполномоченного. Жданов холодно перечислял: «Вы затягивали согласование по поводу размещения советских баз, вели переговоры с Германией, планировали создать враждебный СССР военный союз с Латвией и Литвой». Наконец, у эстонского диктатора сдали нервы. Он понял – игра проиграна. На формирование нового правительства ушло несколько дней. В него Жданов включил представителей эстонской интеллигенции, известных в народе и симпатизирующих Советскому Союзу. Между тем, по всей Эстонии прошли массовые просоветские выступления. Из оперативной сводки НКВД СССР о положении в русских районах Эстонии от 5 июля 1940 года. На митинги крестьяне приходили из близлежащих деревень организованно, с красными флагами, пением советских песен. В Изборске имел место случай, когда местная крестьянка призывала население к немедленному присоединению к Советскому Союзу и грабежу местных купцов. Впрочем, недовольных было не меньше, в основном среди представителей коренных народов – эстонцев, латышей и литовцев. Выражая свой протест, они вдевали в петлицы значки в виде национальных флагов. А женщины проходили по улицам с букетами белых цветов. Так они показывали, что не признают красный цвет. Прибалтийские земли вошли в состав Российской империи в XVIII веке по итогам Северной войны и третьего раздела Речи Посполитой. Они именовались Остзейским краем, который, в свою очередь, делился на три губернии – Эстлянскую, Лифлянскую и Курлянскую. К ним примыкали Ковенская и Виленская губернии, включавшие в себя земли современной Литвы. Остзейский край обладал особым правовым статусом. Помимо общеимперского, здесь действовало местное законодательство, а привилегированное положение остзейского дворянства было закреплено Петром I. Многие из его представителей, такие как Бенкендорфы, Палины, Берги, Ливины, Врангели, вошли в состав российской элиты. Свои привилегии получили и прибалтийские крестьяне. Крепостное право в остзейских губерниях было упразднено в начале XIX века, задолго до его отмены в остальной России. Под властью российской короны в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии открылись сотни школ и больниц. Действовал Дербцкий университет, один из крупнейших и старейших в империи. Были построены сотни заводов и фабрик, в том числе знаменитый рижский «Русобалт», на котором производились первые в России автомобили и самолеты. Когда после Октябрьской революции прибалтийские республики обрели независимость, они были богатым и промышленно развитым регионом с подавляющим процентом образованного населения.
21 июля 1940 года первая сессия нового эстонского парламента объявила о присоединении республики к Советскому Союзу. Следом за Эстонией декларации о вхождении в СССР приняли парламенты Латвии и Литвы. В тот момент мировое сообщество практически не отреагировало на это событие. Однако США и Великобритания охарактеризовали вхождение прибалтийских республик в состав СССР как насильственное и отказались признавать его легитимность. Поезд тронулся, начал набирать ход. Советский уполномоченный покидал Эстонию с чувством выполненного долга. Слушая мерный перестук колес, он думал о том, что отныне и Таллинский порт, и все береговые батареи и укрепления находятся под контролем Красного флота. А это значит, что подход к Ленинграду со стороны Финского залива надежно защищен. Андрей Жданов еще не знал о том, что спустя год республики Прибалтики будут оккупированы немецкими войсками. А северной столице предстоит пережить страшные 872 дня блокады. Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности. Да, в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия. Дмитрий Иванович Менделеев. В 1938 году вся страна распевала марш советских танкистов из кинофильма «Трактористы». «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Эти стихи Бориса Ласкина стали почти точной цитатой из выступления Сталина в 1930 году. «Ни одной пяди чужой земли не хотим». Но ни одного вершка своей земли не отдадим никому. К 1941 году СССР занимал практически ту же территорию, что принадлежала некогда Российской империи, без Польши и Финляндии. И уступать свои земли никому не собирался. Начало этой войны Советский Союз оттягивал как только мог. Никто не знал точной даты ее начала, а сообщения советской разведки противоречили друг другу. Она началась 22 июня 1941 года. В полдень председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов явился на центральный телеграф, откуда осуществлялась радиотрансляция. В 12:15 жители страны услышали его голос. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра германские войска атаковали наши границы и подвергли бомбежке наши города. Наше дело правое. Победа будет за нами. Согласно немецкому плану «Барбаросса», германские войска планировали разгромить основные силы Красной армии и выйти к линии Архангельск-Волга-Астрахань. В дальнейшем планировалось наносить авиационные удары по промышленным предприятиям Урала и фактически закончить войну. По расчетам немецкого командования, вся военная кампания должна была завершиться максимум через 17 недель. Несмотря на ожесточенное сопротивление Красной армии, противник стремительно продвигался вглубь территории СССР. В
первые месяцы войны силы вермахта захватили Белоруссию, Молдавию, Прибалтику, значительную часть Украины и западно-российских областей. 8 сентября 1941 года немецкие и финские войска перекрыли пути, которые связывали Ленинград с остальной страной. Более 3 миллионов жителей города оказались в кольце блокады. Глава ленинградского обкома КПСС Андрей Жданов понимал, не сумев захватить Ленинград, неприятель решил стереть его с лица земли. С первого дня блокады немцы и их союзники финны подвергали город бомбардировкам и артобстрелам. Рушились здания, горели предприятия и продовольственные склады, гибли люди. Сколько продержится Ленинград без связи с большой землей? И какую цену заплатят его жители? Из дневника поэтессы Ольги Бергольц. Запись от 5 октября 1941 года. «Мы жили на дрожащей земле, под воющим небом. Наш слух работал без нашего контроля, ловя каждый звук. Не сирены ли? Не свист ли бомбы или снаряда? Не немецкий ли самолет? Наш или немецкий? В меня или не в меня?» Гитлеровское руководство разработало так называемый план «Ост», который предусматривал полную колонизацию оккупированных советских земель этническими немцами. При этом предполагалось избавиться от значительной части представителей коренных народов – русских, украинцев, белорусов, а также других национальностей. По отношению к евреям и цыганам действовала доктрина полного уничтожения. Еще до своего прихода к власти нацисты вели массированную идеологическую обработку немецких граждан. Солдаты вермахта шли на фронт в уверенности, что их ждет встреча с расово-неполноценным населением. Недочеловеками, которые недостойны жалости. По мере продвижения немецкой армии на восток, нацисты вводили на оккупированных советских территориях военное или гражданское управление. 17 июля 1941 года декретом Гитлера была учреждена новая административная единица Великой Германии – Рейхскомиссариат Остланд. В нее входили 4 генеральных округа – Белоруссия, Литва, Латвия и Эстония. 20 августа был сформирован Рейхскомиссариат Украина. Предполагалось, что позже в его состав войдут также Курская, Воронежская, Орловская, Ростовская, Тамбовская, Саратовская и Сталинградская области РСФСР. При этом часть Одесской, Николаевской и Винницкой областей Украины, а также Молдавию, Германия передала в управление своей союзницы, фашистской Румынии. План Гитлера предусматривал создание на территории СССР новых административных единиц – Рейхскомиссариата Московия со столицей в Москве и Рейхскомиссариата Кавказ со столицей в Тбилиси. В оккупированных районах развернулся массовый террор. Захватчики взрывали школы и больницы, разоряли склады и магазины. Морили местных жителей голодом и выселяли их из домов. Отбирали хлеб, скот, теплые вещи. Около 5 миллионов человек нацисты угнали в Германию на принудительные работы. Всех, кого подозревали в сочувствии красноармейцам, включая стариков, женщин и детей, расстреливали, сжигали, закапывали живьем. Библиотекарю Михасю Короткевичу чудом удалось бежать из концлагеря под Минском. Он вспоминал. 21 июля комендант лагеря заставил большую группу евреев вырыть котлованы. Когда ямы были готовы, евреев связали и бросили в яму. Затем фашисты приказали белорусам, находившимся в лагере, засыпать евреев землей. Все белорусы, как один, наотрез отказались. Тогда рассвирепевшие фашисты из пулеметов расстреляли 45 евреев и 30 белорусов. Списки подобных свидетельств составляют целые тома.
В одной только Смоленской области нацистские каратели сожгли дотла более 5000 сел и деревень. Из них около 300 вместе с жителями. Массовые карательные экспедиции проводились на Украине, в Белоруссии и на других оккупированных территориях. Перелет над оккупированной немцами Европой казался полным безумием. В любой момент советский бомбардировщик могли атаковать вражеские истребители. Имя главного пассажира до самого вылета скрывалось даже от экипажа. Чтобы обезопасить второе лицо государства, было решено взять предельную высоту — 10 километров. Это означало, что Вячеславу Молотову предстоит пережить несколько часов кислородного голодания, а температура на борту опустится до минус 50 градусов. Пролетая над морем, П-8 неожиданно накренился. Вражеский истребитель очередью задел антенну радиокомпаса. Весной 1942 года вермахт разгромил части Красной армии в Крыму и под Харьковом и перешел в новое наступление. Положение советского государства становилось все более тревожным. Сталин решил поставить перед участниками антигитлеровской коалиции вопрос об открытии второго фронта в Европе. Именно с этой целью Молотов вылетел в Лондон. Здесь он встретился с Уинстоном Черчиллем. Затем совершил новый перелет в Вашингтон. Сам перелет стал актом большого личного мужества и экипажа самолета, и наркома иностранных дел. Прибыв в Лондон, Молотов 26 мая 1942 года подписал Советско-Британский союзный договор. Затем нарком иностранных дел вылетел в США. Американский президент Франклин Рузвельт обещал советской делегации открыть второй фронт в Европе уже в ближайшие месяцы. Хотя союзники произвели высадку своих войск в континентальной Европе только в 1943 году, после визита Молотова расширилась поддержка со стороны союзников вооружением, транспортными средствами, продовольствием. Тем временем над жителями Ленинграда нависла угроза голодной смерти. Продуктовые запасы иссякали на глазах. Норма выдачи хлеба сокращалась. В пищу шли любые суррогаты. Из дневника Ольги Бергольц от 16 декабря 1941 года. Съедены все кошки и собаки. Ежедневно на улицах падают десятки людей и умирают. Прохожие даже не подбирают их. Первостепенной задачей для Андрея Жданова стало спасение ленинградцев. Единственной нитью, которая связывала город с большой землей, стала дорога жизни. Зимой по льду Ладожского озера эвакуировали детей, женщин, больных, стариков. Немцы бомбили и обстреливали советские транспортные караваны. Но движение продолжалось. За два года из блокадного Ленинграда удалось вывести около миллиона человек. Эшелоны с беженцами из Ленинграда и других районов страны шли в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. Здесь истощенные голодом и борьбой за выживание люди находили новый дом. Местные жители делились с ними одеждой, лекарствами, пропитанием, усыновляли детей-сирот, многие из которых не помнили ни родителей, ни своего имени. Елена Бобер, эвакуированная из Белоруссии, вспоминала: «Узбеки ни разу не упрекнули нас ни в чем. Жили они бедно, но всегда делили с нами последнюю лепешку. Мы никогда не делили людей на нации,
Русский или украинец, еврей или узбек, все мы были братья. Российское государство имело с мусульманскими странами Средней Азии давние торговые связи. Местные купцы были частыми гостями на русских ярмарках, а русские торговцы везли свои товары на рынки Бухары и Самарканда. Но эти богатые земли были отделены от России большой полосой степей, которую населяли кочевые племена. В XIX веке, защищаясь от соседских набегов, они перешли под русское покровительство. Вскоре Санкт-Петербург начал военную экспансию в Среднюю Азию, где столкнулись интересы Российской и Британской империй. На присоединенных землях образовалось туркестанское генерал-губернаторство. Здесь отменили рабство и прекратили междоусобные войны. Началось строительство железных дорог и создание промышленных предприятий. Однако местное население продолжало жить по законам шариата, практически не владело русским языком и было лишено политических прав. Эта ситуация во многом изменилась с установлением в Средней Азии советской власти. Во время войны в республике Средней Азии эвакуировались многие предприятия, которые оставались там и после окончания военных действий. Все это привело к развитию в этих регионах промышленности и формированию высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. Признательность за помощь, которую народы Средней Азии оказывали своим соотечественникам в дни войны, выразилась в 1966 году. В апреле центральную часть столицы Узбекистана, Ташкента, полностью разрушило страшное землетрясение. 300 тысяч человек, 1/5 жителей города оказались без крова. Ташкенту помогал весь Советский Союз. Благодаря усилиям союзных республик были проведены полные реконструкции и построены новые микрорайоны. Всего за 3,5 года город был отстроен практически заново. А многие дома, кварталы и улицы долгое время носили название городов, помогавших Ташкенту. Дружба между советскими народами прошла испытание войной. На ее фронтах сражались представители всех национальностей, населяющих Советский Союз. И, наконец, в 1943 году произошел коренной перелом в военных действиях. Красная армия одержала победы под Сталинградом и на Курской дуге. Освободила Кавказ, Орел, Белгород, Харьков, Киев. Была прорвана блокада Ленинграда. Именно Андрею Жданову, пережившему блокаду вместе с ее жителями, было доверено подписать соглашение о перемирии с Финляндией. Финны отвели свои войска за линию границы 1940 года. Предоставили СССР свои аэродромы и военно-морскую базу, а также выплатили контрибуцию в 300 миллионов долларов. Планы Гитлера по созданию рейхскомиссариатов Московия и Кавказ полностью провалились. Однако германское правительство вело активную агитацию, стремясь спровоцировать неподчинение советской власти и военные выступления против войск Красной Армии. Гитлеровская пропаганда делала упор на национальные различия, сея рознь между народами. Немецкие листовки взывали к чувствам советских немцев, живущих в Поволжье. Призывали к восстаниям народы Северного Кавказа. На оккупированных территориях часть местных жителей шла на сотрудничество с нацистами. Одни из страха перед оккупантами, другие из ненависти к советской власти. Кроме того, нацисты формировали из пленных национальные отряды коллаборационистов, которые должны были символизировать союз Великой Германии с отдельными народами СССР. В этих условиях советское руководство предприняло ряд действий, которые позже будут квалифицированы как преступления против отдельных народов. Кремль принял решение о депортации калмыков, карачаевцев, ингушей, чеченцев, балкарцев,
крымских татар. Эти народы принудительно выселялись в районы Сибири и Казахстана и лишались национальных автономий. Заместитель наркома внутренних дел Иван Серов, руководивший депортацией чеченцев и ингушей, записывал в дневнике. Выселяемые были настроены особенно враждебно. К вечеру все было закончено, поезда ушли, и мы собрали совещание, на котором уже установили окончательную цифру выселенных – 475 тысяч человек. В 1991 году в России был принят закон о реабилитации репрессированных народов, а практика депортаций признана политикой клеветы и геноцида. С первых месяцев войны в борьбе с гитлеровцами принимали участие добровольцы из Тувы. Это небольшое государство в 1911 году откололось от Китайской империи, а спустя 3 года было принято под российский протекторат. После окончания гражданской войны на территории России в Туве действовало просоветское правительство, хотя при этом она формально оставалась независимым государством. В августе 1944 года Малый Курал Республики принял решение о вхождении в состав Советского Союза на правах автономной области. В октябре Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил ходатайство Тувы. Так Тува стала последним автономным регионом, вступившим в состав СССР. Тем временем наступление Красной Армии успешно продолжалось. Советские войска освободили Украину, Белоруссию, Прибалтийские республики, за исключением Курляндии. К ноябрю 1944 года западная граница СССР была практически полностью восстановлена. С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в иранской столице Тегеране прошла встреча лидеров 3 союзнических государств – СССР, США и Великобритании. Именно там было принято решение об открытии союзниками СССР 2-го антигерманского фронта во Франции. А также началось обсуждение планов послевоенного устройства мира. Теперь же, в феврале 1945 года, Молотов отправился в Ялту, где планировалась очередная конференция руководителей 3 держав. К этому времени гитлеровская Германия была зажата между 2 фронтами. На западе наступали силы США и Великобритании. На востоке — советские войска. Под вопросом оставались лишь сроки немецкой капитуляции. Главным пунктом ялтинской повестки стал раздел территорий и разграничение сфер влияния в послевоенной Европе. А одним из самых болезненных — вопрос о границах Польши. Польское правительство в изгнании протестовало против присоединения к Советскому Союзу Западной Украины и Белоруссии. Черчилль активно поддерживал эту позицию. Тогда Сталин заявил: «Для России это вопрос безопасности. На протяжении всей истории Польша служила коридором, через который проходили враги России для нападения на нее». В итоге советской делегации удалось добиться сохранения Западной Украины и Западной Белоруссии в составе СССР. А Польша получила компенсацию за счет Германии. Но это стало не единственной победой отечественной дипломатии. Среди участников Ялтинской конференции был советский посол в Соединенных Штатах Америки Андрей Громыко. Блестяще владея английским языком, Громыко лично перевел Сталину письмо Рузвельта.
Американский президент признавал права Советского Союза на Южный Сахалин и Курильские острова. Ранее советский лидер уже согласился вступить в войну с Японией. Теперь он назвал сроки – через 2-3 месяца после победы над Гитлером. Из воспоминаний Андрея Громыко. Этим письмом Сталин остался весьма доволен. Он расхаживал по кабинету и повторял вслух: «Хорошо, очень хорошо». Девятого апреля 1945 года советские войска взяли штурмом Кёнигсберг, столицу Восточной Пруссии. Старинный немецкий город был сильно разрушен налетами британской авиации и советской артиллерии. Пострадали не только военные объекты, но и густонаселенные жилые районы. Когда части Красной Армии вступили в Кёнигсберг, перед ними предстали груды руин. Двадцать апреля Красная Армия полностью окружила Берлин. 2 мая его гарнизон капитулировал. 8 мая в 23 часа 1 минуту по центральноевропейскому времени или 9 мая в час ночи и 1 минуту по московскому представители антигитлеровской коалиции Советского Союза, США и Великобритании приняли безоговорочную капитуляцию нацистской Германии. Мир праздновал победу. Из воспоминаний маршала Георгия Жукова. Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе. После окончания войны союзники провели конференцию в городе Потсдаме. По ее итогам, Кёнигсберг и северная часть Восточной Пруссии были закреплены за Советским Союзом. Сюда потянулись эшелоны с советскими переселенцами, бывшими военнослужащими, крестьянскими семьями, городской молодежью. Им предстояло практически заново застроить Кёнигсберг, который получил новое название – Калининград. В Калининграде работали немецкие школы, больницы, библиотеки, детские дома, выходили газеты и радиопередачи на немецком. Но в 1947 году Кремль принял решение о переселении немцев в советскую зону оккупации Германии, будущую ГДР. Переезд растянулся на несколько лет. Последние немцы покинули Калининградскую область в 1951 году. Русские войска впервые вошли в Кёнигсберг в 18 веке, в ходе Семилетней войны. Тогда жители города присягнули императрице Елизавете Петровне, а на землях Восточной Пруссии было основано российское генерал-губернаторство. Оно просуществовало всего 4 года. Новый император Петр III, будучи поклонником прусского короля, подписал с ним невыгодный мир, и Кёнигсберг вернулся под власть Фридриха II. В 1945 году Кёнигсберг-Калининград снова стал частью России. С этих пор он остается западным форпостом российского государства, единственным незамерзающим российским портом на Балтике. Последним бастионом сопротивления союзникам оставалась Японская империя. 8 августа 1945 года, согласно договоренностям с США и Великобританией, Советский Союз объявил Японии войну. Красная армия вступила в оккупированные японцами Маньчжурию, Северный Китай и Корею. 14 августа японский император объявил о капитуляции Японии. Несмотря на это, на местах сопротивление продолжалось еще несколько дней. 18 августа 1945 года советский десант высадился на Курильские острова. Кровопролитные сражения длились несколько дней. 22 августа японское командование капитулировало.
Советские войска заняли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тысяч квадратных километров. Спустя год они вместе с территорией Южного Сахалина были включены в состав СССР. Казалось, вопрос принадлежности Курильских островов исчерпан и не подлежит пересмотру. Выходя на трибуну, Андрей Громыко был собран и решителен. Позиция Москвы однозначна. СССР не подпишет мирный договор с Японией, пока в его тексте не будет предельной ясности. США и Великобритания признавали, Япония утратила свой суверенитет над Курильскими островами. Однако в договоре не было ни слова о том, что они теперь находятся под советской юрисдикцией. Громыко был категоричен. Ведь пойти на условия союзников значит поставить итоги Второй мировой войны под вопрос. Американцы готовы воспользоваться малейшей лазейкой, чтобы установить на Южных Курилах собственные военные базы. В итоге советская сторона так и не поставила свою подпись под договором. Русские первопроходцы начали освоение Камчатки, Курильских островов и Сахалина на рубеже 17-18 веков. Они основали на этих землях временные поселения, обложили коренное население данью, ясаком. Занимались разведкой полезных ископаемых, морским и пушным промыслом. В изданном в 1796 году «Атласе Российской империи» Курилы официально относились к России. Японцы пришли на острова позже, в XIX веке. Чтобы избежать столкновений, российские и японские власти разделили спорные земли. Южные острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи отошли под власть Токио. 20 лет спустя в Петербурге был заключен новый договор, по которому Россия уступила Японии все острова Курильской гряды в обмен на Сахалин. Стратегическая невыгодность утраты Курил стали очевидными в 20 веке. В 1956 году Советский Союз и Япония официально прекратили состояние войны. Над совместной декларацией работал и Андрей Громыко, занявший пост первого заместителя министра иностранных дел СССР. Однако японские политики и сегодня продолжают претендовать на южные острова Курильской гряды. Правительство Российской Федерации справедливо полагает, что у этих претензий нет юридических оснований. А один из островов уже несколько лет носит имя Андрея Громыко. Ялтинские и Потсдамские договоренности привели к созданию сферы советского влияния в Восточной и Центральной Европе. Прокоммунистические правительства были провозглашены в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, ГДР, Албании. В 1955 году, после заключения Варшавского договора, между государствами Восточного блока окончательно оформился военный и экономический альянс. К этому моменту СССР был ядерной державой, одним из центров двуполярного мира и противовесом США на международной арене. В 1953 году умер Сталин. Во главе коммунистической партии встал Никита Хрущев. В январе 1954 года в Москве проходило очередное заседание президиума ЦК КПСС. По инициативе нового советского лидера в его повестку был вынесен вопрос о передаче Крымской области РСФСР Украине. Обсуждение продлилось всего 15 минут. Все участники заседания проголосовали «за». В официальных документах говорилось о территориальном тяготении Крымской области к Украинской ССР, а также о безграничном доверии великого русского народа украинскому народу. В те годы передача Крыма казалась чистой формальностью. 12 февраля 1991 года Крымская область была преобразована в Крымскую АССР в составе УССР. В 1992 году автономия переименована в Республику Крым, а затем в Автономную Республику Крым.
Весной 2014 года по результатам общекрымского референдума и в соответствии с договором о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию, Крым снова вошел в состав России. Тем временем Андрей Громыко продолжал отстаивать геополитические интересы Советского Союза. Одним из его главных достижений на посту советского министра иностранных дел, который Громыко занял в 1957 году, стало подписание знаменитых Хельсинских соглашений. Этот документ закрепил территориальные итоги Второй мировой войны и провозгласил принцип нерушимости европейских границ. В 1982 году СССР отмечал свое 60-летие. По всей стране прошли праздничные мероприятия. Выпускались памятные монеты, марки, фотоальбомы. К этому времени почти никто не сомневался в справедливости слов советского гимна. «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Единство и могущество СССР казались незыблемыми. «Вы можете положиться на советский народ». Хотя советское руководство успешно сглаживало межнациональные противоречия, иногда они прорывались на поверхность. В 1968 году в Ташкенте произошли столкновения узбекского и русского населения. 10 годами ранее в Грозном вооруженные стычки русских с чеченцами. Тем не менее, в середине 80-х годов советское общество переживало период стабильности. Однако административная система утратила прежнюю эффективность. Темпы экономического роста замедлились. В стране назрела необходимость реформ. Встав у государственного руля в марте 1985 года, новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил начало перестройки и нового мышления. Узнав о своей отставке, Андрей Громыко не стал возражать. 28 лет он возглавлял Министерство иностранных дел. На этом посту Громыко закрепил положение Советского Союза как мировой сверхдержавы, с которой считались самые сильные и непримиримые противники. Сегодня он думал об одном. Дай бог, чтобы молодые реформаторы сохранили все, чего он добился на своем посту. На втором году перестройки скончался первый наставник Громыко Вячеслав Молотов, давно отстраненный от власти. В жизни страны заканчивалась целая эпоха. Перестройка задумывалась как обновление страны, но обернулась тяжелым социальным и экономическим кризисом. Начал обесцениваться рубль, из магазинов исчезали товары, уровень жизни катастрофически снижался. Обострились межнациональные отношения. В 1988-м первой горячей точкой на территории Советского Союза стал Нагорный Карабах. Стычки между армянами и азербайджанцами, населявшими этот регион, привели к массовым погромам, а затем и к полноценной войне. Вскоре заполыхали конфликты между киргизами и узбеками в Ферганской долине, русскими и молдаванами в Приднестровье. На территории Грузинской ССР возникло сразу два крупных очага напряженности. После того, как грузинские власти отменили национальные автономии Абхазии и Южной Осетии, местные жители взяли в руки оружие. Советские республики, включая РСФСР, провозглашали верховенство местного законодательства над общесоюзным, отказываясь платить налоги в государственный бюджет. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР восстановил действие Конституции Литвы 1938 года. Это означало, что республика в одностороннем порядке выходит из состава Советского Союза.
примеру Литвы последовали Латвия и Эстония. Михаил Горбачев попытался восстановить контроль над мятежными республиками при помощи силы, но не решился на крайние меры. Вскоре о своем суверенитете заявили Грузия, Армения и Молдавия. Государство, сшитое по национальному признаку, расползалось по швам. В этих условиях советское руководство пошло на беспрецедентный шаг. В марте 1991 года прошел всесоюзный референдум о сохранении СССР. Вопрос, поставленный на голосование, звучал так. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Более 76% участников ответили положительно. Однако три прибалтийские республики, а также Молдавия, Грузия и Армения бойкотировали референдум. Они провели собственные голосования по вопросу о государственной независимости. Большинство населения поддержало отделение от СССР. Кремлевскому руководству оставалось либо принять этот факт, либо пойти на кровопролитие и риск гражданской войны. Горбачев выбрал первое. По инициативе советского президента началась подготовка нового союзного договора. Предполагалось, что кроме России, Украины и Белоруссии, этот документ подпишут Азербайджан, Казахстан и четыре среднеазиатские республики. Тем временем несколько членов высшего советского руководства предприняли отчаянную попытку остановить распад СССР. 19 августа 1991 года, за день до заключения союзного договора, страна узнала о создании ГКЧП – Государственного комитета по чрезвычайному положению, во главе с советским вице-президентом Геннадием Янаевым. Сам президент Горбачев, его семья и ближайшие помощники были блокированы в Крыму, на Форосской даче. Пресс-конференцию членов ГКЧП они вместе со всей страной смотрели по телевизору. Все? Заговорщики приостановили деятельность всех политических партий и движений. Ввели запрет на митинги, демонстрации и забастовки. В Москву вошли войска и бронетехника. Позор! 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 Но москвичей это не остановило. Российскую столицу заполнили десятки тысяч протестующих. Они проводили шествия, вставали в пикеты, строили баррикады и живые цепи вокруг центра сопротивления – Белого дома на Краснопресненской набережной. Лидером оппозиции стал президент Российской Федерации Борис Ельцин, который призвал не подчиняться решениям ГКЧП. 21 августа министр обороны СССР Дмитрий Язов приказал вывести войска из Москвы. Выступление ГКЧП окончилось провалом. Участники заговора были арестованы. Ельцин и его сторонники праздновали победу. В ночь на 22 августа Михаил Горбачев и его семья вылетели из Крыма в Москву. Вместе с президентом летел и его помощник Анатолий Черняев. Перед тем, как Ту-134 набрал высоту, Горбачев сказал ему короткую фразу: «Летим в новую страну». В тот момент никто еще не знал, какой будет эта новая страна и найдется ли в ней место для советского президента. Через три дня после провала августовского путча Украина провозгласила государственную независимость. Ее примеру последовала Белоруссия, затем Узбекистан, Киргизия, Таджикистан.
Власти Российской Федерации отказались подчиняться союзному правительству. Тогда Михаил Горбачев подписал указ о роспуске Кабинета министров СССР. Западные журналисты прямо спрашивали, президентом какой страны он является. Ясного ответа на этот вопрос больше не существовало. Горбачев понимал, сохранить СССР в прежнем виде уже не получится. Можно только собрать его заново. Осенью 1991 года в государственной резиденции Новоогарёва началась разработка договора о создании конфедерации «Союза суверенных государств» или ССГ. Предполагалось, что новый союз будет иметь единые вооруженные силы, Министерство иностранных дел, транспортную и энергетическую систему. В конце октября проект документа был готов. Однако руководители бывших советских республик, включая российского президента Бориса Ельцина, не спешили с его подписанием. Анатолий Черняев вел дневник, начиная с первых дней перестройки. Чем стремительнее развивались события, тем меньше иллюзий по поводу будущего у него оставалось. 14 ноября 1991 года он записал: «Союзный договор, который будет на повестке дня в Новоогарёве, не пройдет». Тем не менее, в тот день участники встречи согласились на создание конфедерации. 15 ноября газета «Известия» вышла с заголовком: «Привыкайте к словам «Союз суверенных государств».» Среди участников новоогарёвских переговоров уже не было председателя Верховного Совета Украины Леонида Кравчука. 1 декабря на Украине прошел референдум о независимости и выборы президента, на которых победил Кравчук. Жизнеспособность ССГ под председательством Горбачева вызывала большие сомнения. Российский президент Борис Ельцин начал вести секретные консультации с лидерами Украины и Белоруссии Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем. 7 декабря 1991 года три политика собрались в резиденции Вискули в Беловежской пуще. Официальным предлогом для встречи стал вопрос о поставках российского газа. В 16 часов следующего дня ее участники появились перед объективами фотокамер. Не вдаваясь в долгие объяснения, они поставили свои подписи под соглашением о создании Содружества независимых государств. Этот документ открывался следующими словами: «Союз СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование». В дневнике Анатолия Черняева появилась короткая запись. Вот и все. Бурный 1991 год, богатый драматическими событиями и неожиданными поворотами, героическими поступками и несбывшимися надеждами, подходил к концу. Вместе с ним заканчивалась история СССР, великой державы, наследника Российской империи. 25 декабря Михаил Горбачев сложил с себя полномочия советского президента. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Над Кремлем был спущен красный флаг. История Советского Союза заканчивалась. Начиналась история 15 независимых государств и в их числе новой демократической России. За многовековую историю России к ней присоединялись и отсоединялись от нее различные земли и территории. Вокруг нее формировались и распадались союзы и государственные объединения. Невероятно, но пройдя через смуты и мятежи, войны и революции, она остается самым большим государством мира. Чтобы пересечь ее с востока на запад, нужно 12 часов лететь на современном реактивном лайнере. 12 часов полета, а внизу реки, горы, леса, поля. И все это Россия.
12 часов полета над городами и селами, где проживают представители около 200 различных национальностей. И все это тоже Россия. Россия, где говорят на множестве языков и понимают друг друга. Россия, которую передали нам наши предки и которую мы оставим нашим потомкам. Первое письменное упоминание термина «Россия» встречается в византийских сочинениях X века как греческое название Руси. В это время небольшим киевским княжеством правил князь Игорь, сын знаменитого Рюрика. Пройдет 100 лет, и правнук Игоря, благоверный великий князь Ярослав Мудрый, оставит своим детям напутствие, актуальное до сегодняшнего дня. Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим.